Уважаемые друзья, добрый день еще раз. Проходите, занимайте места. Начинаем работу нашей секции. Наша сегодняшняя встреча проходит во время, когда ситуация в экономике нашей страны остается непростой. Статистика говорит, что за первые полгода текущего года обрабатывающие производства, например, их производство упало на 4,9%, строительство сократилось на 7,7%, ВВП упал на 3,36%, реальные зарплаты сократились на 8,8%. То есть это серьезное падение, и более трагично то, что, к сожалению, правительство не предлагает таких убедительных рецептов выхода из этого спада. Такое впечатление складывается, что правительство рассчитывает только на рост нефти и не предлагает смены экономической модели. Современное состояние экономики нас не может удовлетворять, не может удовлетворять этот спад, тем более, что мы все здесь видим огромный потенциал экономики нашей страны. У нас есть огромные земли, которые надо использовать, у нас есть люди, которые хотят работать, у нас есть огромный рынок. Россия на порядок лучше обеспечена всеми возможными природными ресурсами, чем многие или даже все развитые и развивающиеся страны. Так в чем же мы видим проблему, существующую основную проблему? Мы создавали Московский экономический форум, закладывая в него простую мысль, что у России есть все для устойчивого развития, не хватает правильной экономической политики. Наше правительство ориентируется на фетиши. Борьба с инфляцией, членство в ВТО, накопление за рубежом, имиджевые проекты – это все является стержнем экономической политики правительства. Между тем, надо начинать с развития производства. Нужно сделать все для того, чтобы в России было выгодно производить несырьевые товары. И уже исходя из этого приоритета, надо строить политику Центробанка, надо изменить налоговую политику, нужно регулировать внешнюю торговлю. Нужно строить систему образования, чтобы развивалось производство. Если будет развиваться производство, можно будет решить все остальные проблемы, которые существуют в России. Производство создает запрос и возможность реализации научных идей. Производство создает запрос на образование. Если работает производство, то основной ценностью становится человек, человек труда. А отсюда уже решаются проблемы в культуре, становится востребованной медицина и так далее. Существуют старые идолы, про которые я упомянул, борьба с инфляцией, ВТО, но постепенно возникают, проявляются и новые идолы. Вот, например, мы, сельхозмашиностроители, столкнулись с таким новым идолом. В экономике существует спад, но существуют и точки роста, и в сельхозмашиностроении в этом году рост значительный, 20% объема производства сельхозмашин в России. Этот рост тем более значителен, что он происходит на фоне спада не только в экономике России, но и спада в мировом сельскохозяйственном машиностроении. Поэтому это на самом деле можно рассматривать рост не как 20, а как 50%. Так что же вы думаете, стал ли этот случай, этот рост предметом исследования нашего правительства? Пока не стал, и более того, причину этого роста, а причина является правильно построенная субсидия, так называемое постановление правительства номер 1432, которое субсидирует крестьянам часть стоимости приобретаемых ими сельскохозяйственных машин, произведенных в России. Так вот, раздаются голоса в правительстве, что надо эту субсидию аннулировать, ее не поддерживать, ликвидировать, потому что она неэффективна. Мы говорим, ну как же неэффективная, на нее выделяется всего 1,5% всего бюджета Минсельхоза, и при этом достигаются серьезные цели. Растет машиностроение, крестьяне получают большими темпами производительную технику.
Нам говорят, нет, субсидия с нашей точки зрения неэффективна, потому что, во-первых, на нее вы просите мало денег, во-вторых, даже эти деньги не осваиваются полностью. Мы говорим, ну как же, подождите, где же логика? Денег выделяется мало, а результат большой, это же плюс, во-первых, а во-вторых, то, что деньги медленно осваиваются, эта проблема заключена как раз в коридорах власти, потому что долго ходят документы, и да, предприятия получают эту субсидию с большой задержкой. Нам говорят, ну нет, вот у нас есть такое понятие «бюджетная дисциплина», и самое большое нарушение, самое плохое, что может быть, это если деньги выделены, и они не осваиваются. Это страшная вещь, и поэтому вот эту субсидию вашу надо зарубить. Таким образом, еще раз хочу обратить внимание, что вытаскиваются из небытия новые и новые идолы. Вот теперь это идол можно назвать бюджетная дисциплина или освоение денег, ради которого жертвуются интересами реальных производителей, приносятся в жертву реальные ценности. С этой точки зрения субсидия, на которую выделяется много денег, и она быстро и тихо осваивается, желательно, чтобы даже никто не слышал чавканье, с которым осваиваются деньги, вот это идеальная субсидия. И берусь утверждать, что по такому принципу хорошими субсидиями с такой оценкой являются большинство действующих государственных программ. То есть деньги осваиваются, а результат для экономики не берется вообще в рассмотрение. Мы можем написать разные программы вывода страны из кризиса, но проблема в том, что, к сожалению, у правительства не всегда есть и мотивация что-то менять. Вот, например, ваш покорный слуга 7 лет назад написал книгу о том, под названием «Разумная промышленная политика» или «Как нам выйти из кризиса». Потом мы написали «Дорожную карту развития сельского хозяйства». Все это не стало предметом обсуждения в коридорах власти. Но беда эта небольшая. Мы, организаторы, участники Московского экономического форума, адресуемся в своей работе не столько и не только на высших чиновников, высоких чиновников, но и на весь народ. И когда весь народ мы убедим, что потенциал огромен, что есть рецепты его реализации, и когда миллионы людей захотят изменений, то эти изменения произойдут. Поэтому я думаю, что сегодня у нас будет важная и плодотворная дискуссия. Мы обсудим планы выхода страны из очередного кризиса затяжного. Так, регламент предлагается следующий. Основной доклад Сергей Юрьевич Глазьев 25 минут, дальше 5 выступающих по 7 минут, и дальше 5-минутное выступление. Проведем нашу работу в принятом в Московском экономическом форуме таком динамичном темпе. Вот, поэтому первым делом я хочу предоставить слово Сергею Юрьевичу Глазьеву. Все мы знаем про его доклад, который он написал. К сожалению, еще многие его не читали, поскольку он и полностью не был опубликован, но уже многие рыночные фундаменталисты поспешили этот доклад раскритиковать. Вот. Но у нас есть возможность вынести свое непредвзятое мнение. С удовольствием послушаем вас, Сергей Юрьевич. Пожалуйста. Громче говорите. Это очевидное. Иллюстрация к нынешней экономической ситуации. По ходу этого представления отвечу на те вопросы, которые здесь сформулированы в программе нашего сегодняшнего круглого стола. И выскажу свои представления о том, как нужно выходить из нынешней стагфляции, пытаясь полноценно использовать имеющийся у нас научно-производственный и интеллектуальный и природно-ресурсный потенциал. Так, пожалуйста, начинаем демонстрацию. Значит, банальная, казалось бы,
картинка, которая иллюстрирует, что на нашем собственном опыте простую мысль. Период экономического роста у нас сопровождался снижением процентных ставок. Самые дешевые деньги дает Центральный банк в экономику, как известно. Его ключевая ставка, раньше ставка рефинансирования, определяет минимальную цену денег. Все остальные в нашей денежной системе способы кредитования только выше по процентной ставке. И здесь совершенно банальная закономерность, которая почему-то не учитывается нашими монетарными властями. С повышением процентных ставок идет замедление экономического развития, со снижением процентных ставок идет ускорение экономического развития. На следующей картинке дается объяснение, почему это происходит. Вы видите здесь, вернитесь, пожалуйста, вот здесь, видите соотношение средней нормы рентабельности в реальном секторе экономики, и красным такой пунктирной вертикальной линией показана приблизительная рыночная процентная ставка, по которой предприятия сегодня имеют возможность в среднем получать кредиты. Понятно, что если рентабельность ниже процентной ставки, брать кредиты предприятие не может. Роль кредита в современной экономике исключительно велика. Достаточно сказать, что половина оборотных средств предприятий промышленности сегодня сформирована за счет заемных денег. Поэтому, когда ставки процента повышаются сверх рентабельности, автоматически предприятие вынуждено сокращать оборотный капитал, отказываться от кредитов, а следовательно сворачивать производство. Это мы говорим только об оборотном капитале. А есть еще инвестиции, для которых требуются долгосрочные кредиты под низкие процентные ставки. То есть, когда процентная ставка оказывается выше средней нормы рентабельности, автоматически начинается сжатие производства, которое, в свою очередь, подстегивает инфляцию. Дело в том, что когда Центральный банк переводит цену денег намного выше средней нормы рентабельности, деньги перестают поступать в реальный сектор экономики, наоборот, деньги уходят, высвобождаются из реального сектора и перетекают в сферу финансовых спекуляций. При этом резко ускоряется скорость их обращения. И в итоге мы имеем инфляционный шок, что, собственно, и произошло у нас в конце прошлого, в начале этого года. Несмотря на все разговоры про импортозамещение, в реальности, если нет возможности наращивать производство, потому что нет кредитов, у предприятия остается единственный способ свести концы с концами – это поднимать цены. Поэтому, переключая цену денег до уровня многократно, увидеть средняя рентабельность по экономике сегодня в два раза ниже процентной ставки, и при таких разрывах получается, что предприятие могло бы нарастить выпуск продукции, пользуясь девальвацией курса валюты и повышением ценовой конкурентоспособности. Но в отсутствии кредита нарастить выпуск продукции невозможно. С другой стороны, у предприятия остается возможность поднять цены вслед за повышением цен на импорт, что, собственно, и произошло у нас по всем практически отраслям экономики. Дальше, пожалуйста. Поэтому процентные ставки, как видите, не влияют на инфляцию. Наоборот, имеет место обратная зависимость. После того, как процентные ставки зашкаливают определенный, так сказать, разрыв по отношению к рентабельности реального сектора, инфляция ускоряется из-за повышения скорости обращения денег и из-за переноса дополнительных издержек предприятий в цены продукции. Дальше. Соответственно, курс рубля, манипуляции с процентной ставкой не влияют особенно и на курс рубля. Это связано с тем, пойдемте дальше, что на валютной бирже, чуть позже вы это увидите, господствуют спекулянты. 95% оборота валютной биржи – это сегодня операции в спекулятивных целях. При этом значительная часть этих операций финансируется из-за границы, доля нерезидентов на бирже доминирует. Деньги спекулянты берут из дешевых зарубежных источников, и от того, какая будет процентная ставка у нашего центрального банка, в общем-то, на их спекулятивную активность никак это не сказывается. Поэтому манипуляции с процентной ставкой весьма слабо влияют на курс валюты. Здесь вы видите, что, перейдя к таргетированию инфляции, Центральный банк фактически допустил ее резкое повышение. То есть мало того, что она взлетела в два раза, вместо того, чтобы опуститься в два раза, Центральный банк фактически ошибся самим направлением движения цен,
когда переходили к политике таргетирования инфляции, предполагалось, что она в два раза уменьшится. Результат, как видите, обратный. Дальше, пожалуйста. Замечу, что этот результат был предсказан. Мы об этом говорили и два года назад, и три года назад. Поэтому вопрос, как не наступить на старые грабли, он скорее риторический, вынесенный здесь вторым пунктом. Фактически наши денежные власти наступают на одни и те же грабли уже много раз, несмотря на предупреждения ученых, прогнозы и прошлый опыт с достоинством, достойным лучшего, с упорством, достойным лучшего применения. Центральный банк все время надеется, что за счет сжатия денежной массы, удорожания денег, он может побороть инфляцию. И каждый раз это приводит к обратным результатам. Так было в 90-е годы, так было в конце 90-х годов, после 2007 года. И вот сейчас мы уже, наверное, в пятый раз пытаемся проводить одну и ту же политику, надеясь на другие результаты. В свое время Альберт Эйнштейн говорил о том, что если экспериментатор проводит один и тот же эксперимент многократно, не меняя условий в расчете, получить другой результат, это говорит о наличии ментальных проблем. Дальше, пожалуйста. Таким образом, причина главного кризиса, я не отрицаю, безусловно, такие факторы, как падение цен на нефть или экономические санкции против нас, но главные причины были связаны с тем, что резкая девальвация рубля, которая произошла после отпускания рубля в свободное плавание, привела к ценовому шоку, раскрутился маховик галопирующей инфляции, и попытки побороть инфляцию через повышение процентных ставок лишь усугубили ситуацию, добавив к высокой инфляции еще падение производства и инвестиций. Дальше, пожалуйста. В то же время другие страны наращивают денежную базу. Во всех практически развитых и развивающихся странах сегодня деньги дешевые. Ну, за исключением некоторых, конечно, наших партнеров, которые сами себе так же, как и мы, создаем проблемы, в особенности украинский пример следовало бы проанализировать. В большинстве стран мы наблюдаем резкое увеличение денежного предложения. Дальше, пожалуйста. При этом объем денежной базы в среднем вырос почти в три раза, если мы говорим о свободно конвертируемых валютах. И этот рост продолжается в настоящее время. За время, прошедшее после начала глобального финансового кризиса, объем валютных, резервных валют, так называемых, вырос на 5 триллионов, более чем на 5 триллионов долларов. То есть вокруг нас просто идет такое лавинообразное нарастающее увеличение денежной массы. Мы не ограничиваем движение капитала через нашу границу. И это влечет, дальше, пожалуйста, очень серьезные турбулентности и флуктуации в нашем финансовом рынке, который составляет меньше 1% от мирового. То есть небольшой размер нашего финансового рынка на фоне такой колоссальной денежной эмиссии за границей обрекает нас на хаос, на потерю управляемости. И можно совершенно четко утверждать, что в ситуации, когда в мире идет такая финансовая экспансия, и объем ежегодной денежной эмиссии резервных валют примерно в 5 раз превышает объем нашей базы. То есть каждый год выплескивается в мировую экономику такая сумма только по резервным валютам. И более чем в 2 раза превышает нашу денежную массу. Если мы не ограничим движение спекулятивного капитала через нашу границу, то мы не можем ни управлять курсом рубля, ни проводить самостоятельную денежную политику. Что бы мы ни делали, в отсутствие ограничений по движению капитала спекулянты рынком манипулируют и могут отклонять курс национальной валюты сколь угодно далеко от равновесного уровня. Замечу, что обвальное падение курса рубля в декабре произошло в момент, когда курс рубля уже был примерно в 3 раза ниже паритета покупательной способности. То есть говорить о том, что падение курса рубля было обусловлено какими-то объективными факторами, могут только люди, не сведущие в том, что же такое эти объективные факторы. Сегодня рубль оказался самой недооцененной валютой среди, во всяком случае, стран развитых или более-менее крупных стран. И огромная волатильность рубля, которая сегодня наблюдается, никак с фундаментальными факторами не связана. Это чисто спекулятивная игра,
которая наш финансовый рынок привела в хаотическое состояние. И то, что вы видели, различия между целями по инфляции и фактической инфляцией, свидетельствует о том, что макроэкономическая ситуация стала совершенно неуправляемой. Точнее, она манипулируется финансовыми спекулянтами, которые, в свою очередь, имеют неограниченную подпитку кредитную со стороны мировых финансовых центров. Замечу, что экономические санкции не распространяются на краткосрочные кредиты, поэтому наши спекулянты могут занимать деньги и внутри, и в том числе, и за рубежом, в любых объемах, на короткие цели, устраивая любые скачки рубля, манипулируя фактически рынком. Дальше, пожалуйста. Об этом я уже говорил. Значит, дальше пойдем. В ситуации, которая у нас складывалась весь предыдущий период, фактически мы перевели нашу денежную систему на внешнее финансирование из-за высоких процентных ставок, которые уже длительное время у нас на рынке намного выше мировых. Все платежеспособные заемщики уходили за границу, там кредитовались, и в итоге две трети денежной базы сегодня сформировано под иностранные источники. Дальше. При этом параллельно росту внешнего долга, вы видите, шла утечка капитала. То есть при грамотной макроэкономической политике не было причин занимать деньги за рубежом. Если бы все деньги, накапливаемые в стране, направлялись на воспроизводство, то мы бы могли бы обойтись без тех колоссальных внешних займов, к которым прибегает наш корпоративный сектор. Фактически зеркальная, видите, картинка. В той мере, в которой набирался внешний долг, в этой мере увеличился кумулятивный вывоз капитала. Дальше, пожалуйста. Здесь показан в разрезе этот вывоз капитала. Мы теряем ежегодно примерно 50-60 миллиардов долларов, которые растворяются. Остальные 50 миллиардов из 120-140, которые мы теряем каждый год, возвращаются в страну, проходя через офшорный фильтр из фактически иностранной юрисдикции, вызывая у нас иллюзию притока иностранных инвестиций. Дальше, пожалуйста. В результате такого неэквивалентного обмена мы уже давно финансируем окружающий мир, и поток денег, который уходит за границу в оплату таких на 85% псевдоиностранных инвестиций, уже давно превышает приток денег извне. Дальше, пожалуйста. Здесь график не очень понятен, так сказать, плохо видно, но он отражает степень нашей зависимости сегодня от иностранной юрисдикции. Здесь показана доля иностранного капитала в собственности наших ведущих отраслей экономики. То есть вслед за поиском иностранных кредитов предприятия вынуждены были и переводить права собственности в офшоры, в иностранную юрисдикцию, для того, чтобы легче было привлекать иностранные займы. То есть это макроэкономическая политика фактически нас обрекает на внешнюю зависимость, и вслед за уходом денег уходят и сами корпорации. Фактически половина нашей экономики сегодня работает уже не в российской юрисдикции, а пользуется иностранными источниками кредита, что и предопределяет нашу очень серьезную уязвимость от внешних санкций. Дальше, пожалуйста. Так, пойдемте дальше. Значит, здесь показано, как мы все время ошибаемся, точнее, как наши денежные власти ошибаются в прогнозах, не только в части инфляции, но и в части оценок вывоза капитала. Мы каждый год читаем одни и те же мантры в плановых документах, и в этом году тоже нам говорят о том, что скоро все рассосется, и иностранный капитал к нам вернется, будет опять приток иностранных инвестиций, все восстановится, но на самом деле постоянно отток капитала намного больше того объема, который предсказывается денежными властями. Что опять же свидетельствует о том, что экономика стала неуправляемой, точнее макроэкономическая ситуация сегодня денежными властями не управляются. Цели, которые ставятся, не достигаются, экономика идет в разнос, хаос усиливается. И дальше, пожалуйста, будет, это об этом я говорил, дальше пойдемте. Здесь схематично показано наше печальное положение в мировой финансовой системе. Россия в течение уже многих лет является чистым донором. Мы теряем 120-140 миллиардов в неэквивалентном внешнеэкономическом обмене. Поэтому если бы грамотно распорядиться инструментами экономической политики в момент введения западных санкций, деньги могли бы остаться в России. И
Конечно, смешно, когда против нас применяют экономические санкции в то время, когда мы являемся донорами мировой экономики. Но мы своими действиями, как вы видели, усугубили это положение. Дальше, пожалуйста. И вот ответ на вопрос, кто же управляет нашим финансовым рынком. Доля нерезидентов на финансовом рынке устойчиво превышает 3/4. При этом на рынке валютных спекуляций она достигает 90%. То есть фактически уход Центрального банка с финансового рынка, отказ Центрального банка выполнять свою конституционную обязанность обеспечивать устойчивость национальной валюты привел к тому, что рынок оказался в руках у финансовых спекулянтов. Поэтому главным центром прибыли у нас сегодня является Московская биржа. Буквально вчера был очередной отчет. Рентабельность там достигает почти 100% операций. Объемы торгов на Московской бирже растут как на дрожжах по экспоненте. Практически все свободные деньги, которые в экономике есть, устремляются в финансовые спекуляции при такой организации, так сказать, макроэкономического регулирования. Дальше. Давайте мы... Здесь иллюстрация просто того обстоятельства, что отнюдь не фундаментальные факторы управляют курсом рубля. Вы видите, что обесценение российской валюты восьмикратно превосходит все другие нефтедобывающие страны, что говорит о том, что отнюдь не фундаментальные факторы торгового баланса, а именно спекулятивная игра сегодня управляет курсом рубля. Дальше. А мы тут в мире находимся в одиночестве, практически никто в мире не практикует свободное плавание национальной валюты, и это на следующей картинке, дальше, следующий слайд, видно, что это особенно удивительно с учетом того, что наш рубль – наиболее обеспеченная валюта в мире. То есть мы имеем сегодня обеспеченность золотовалютными резервами денежной базы самую высокую в мире, и при этом допускаем самую высокую волатильность курса валюты. Причина банально проста – Центральный банк ушел с рынка, что позволяет спекулянтам при возможностях Центрального банка фиксировать курс на любом уровне фактически, разумном, позволяет спекулянтам полностью им манипулировать. Дальше. Значит, теперь вопрос, почему мы не можем в этой ситуации перейти к длинным деньгам? Вот здесь показана картинка, которая демонстрирует, что практически все деньги, которые Центральный банк вливает в экономику, через механизм рефинансирования коммерческих банков уходят на валютный рынок. По мере практически 100% корреляция. Объем средств это примерно около... было 4 триллионов рублей, которые были впрыснуты в экономику через рефинансирование по ключевой ставке, совпадает с объемом прироста валютных активов у коммерческих банков. Что говорит о том, что весь механизм рефинансирования в этой экономической модели работает на спекулянтов. Сколько бы мы денег не давали в экономику, при такой организации денежного обращения, и при таких процентных ставках, при такой ситуации на Московской бирже, деньги все оказываются, все перетекают в спекулятивный сектор. Дальше. Центральный банк пытается сейчас путем повышения процентной ставки, в очередной раз наступая на одни и те же грабли, снизить инфляцию до целевого уровня. В ситуации, когда иностранцы уходят с рынка, а доля нерезидентов у нас исключительно велика, две трети денежной базы сформированы под иностранные кредиты. Повышение процентной ставки и сжатие рефинансирования влечет сокращение денежной базы. Сокращение денежной базы в ситуации и так весьма недомонетизированной нашей экономики автоматически ведет к развалу системы денежного обращения, к росту неплатежей, невозможности поддерживать инвестиционный процесс и вообще разрушает все воспроизводство в экономике. Мы это наблюдали в 90-е годы, и фактически сейчас, если прочитаете основные направления денежно-кредитной политики, мы находимся перед угрозой возврата в 90-е годы с точки зрения денежного обращения. Денежную базу по итогам трех лет с 2014 по 2016 предполагается сократить на 20%. Это неизбежно вызовет расстройство денежного обращения. Цели по инфляции достигнуты не будут, потому что экономика перейдет к суррогатам, к векселям, к взаимозачетам, к бартеру. Все эти расстройства денежного обращения всегда сопровождаются очень высокой инфляцией.
Поэтому, сжимая денежную базу, Центральный банк не только провоцирует падение производства и инвестиций, но и фактически обрекает нас на расстройство всей системы денежного обращения и на повторение печального опыта хаоса 90-х годов. Дальше, пожалуйста. Вы видите, что сокращаются объемы кредита предприятиям. Дальше. При этом предприятия сегодня уже все меньше и меньше пользуются кредитами для финансирования инвестиций, не более 9%. Дальше. И несмотря на то, что предприятия практически весь свой объем прибыли вкладывают в инвестиции, отсутствие кредитов не позволяет поддерживать инвестиции даже на достигнутом уровне. Дальше. Здесь хорошо известная закономерность, которая приводилась в журнале «Эксперт» многократно. Почему-то не учитывается денежными властями 100% корреляция между сжатием денежной массы и сокращением производства. И динамикой производства, точнее. Следующая картинка показывает такую же закономерность в части инвестиционной активности. Дальше. И все это сжатие производства и падение инвестиций происходит на фоне недогруженных производственных мощностей. Мы можем на 40% увеличить выпуск продукции на имеющемся производственном потенциале. У нас нет ограничений по трудовым ресурсам. Огромная резерва, около 20% скрытая безработица. Неограниченный рынок труда в таможенном союзе. Приток мигрантов, квалифицированных с Украины, дает нам абсолютно свободное пространство с точки зрения маневра трудовыми ресурсами. У нас нет ограничений по сырью. У нас не используется, дальше картинка, научно-технический потенциал. Еще дальше. И мы фактически выходим, имея такие возможности роста, на стагнацию и на невозможность выполнить те целевые ориентиры экономической политики, которые были поставлены главой государства. Между тем, такие возможности есть. Пожалуйста, перейдите сейчас через несколько слайдов в конец презентации. Вот здесь вот. Да. Значит, так устроена сегодняшняя система денежного обращения. Вы видите, что самый главный источник притока денег, это заграничные кредиты, блокируется. Нам остается небольшой поток денег, сокращающийся из рефинансирования Центрального банка. И всего лишь 63 миллиарда рублей, которые выделяются под государственные инвестиционные приоритеты. И 2,5 триллиона рублей для реального сектора под расширение производства. Это и есть самое узкое место, которое мешает нам развиваться. Следующая картинка показывает то предложение, с которым мы уже неоднократно выходим от имени ряда организаций Российской Академии Наук. Наш научный совет многократно предлагал перейти к системе целевого кредитования экономики, гибкой системе предоставления реальному сектору кредитов с обязательным условием жесткого контроля за их целевым использованием. Здесь вы видите каналы денежного обращения, которые сегодня фактически не работают из-за высоких процентных ставок. Если мы создадим систему, гибкую систему многоканальной денежной эмиссии под цели расширения производства с жестким контролем за использованием денег в соответствии с этими целями, можно рассчитывать на экономический рост. При этом процентные ставки могут быть снижены до 3-4% на рынке, как это сегодня происходит в передовых странах. Но, разумеется, здесь наряду это не отменяет ключевой ставки, но в этой системе ключевая ставка становится самой дорогой. Банки, которые вынуждены занимать деньги для поддержания балансов, которым не хватает ликвидности, могут пользоваться существующим механизмом. Банки, которые готовы отвечать головой за целевое использование денег, получают возможность работы по этим каналам. Разумеется, следующая картинка. Дальше. Ну, здесь показано, что эта система денежного предложения не приведет к раскрутке инфляции, поскольку в той недомонетизированной экономике, в которой мы с вами находимся, есть большой запас неинфляционного расширения денежного предложения, поскольку есть свободные мощности. В этом смысле я сошлюсь, думаю, достаточно будет на Кейнса, который говорил о том, что если у вас есть свободные ресурсы, вы должны увеличивать, буквально мне еще 2 минуты добавьте, значит, вы должны увеличивать денежное предложение.
Если у вас ресурсы полностью загружены, то увеличение денежного предложения ведет к инфляции. У нас ресурсы не загружены, как видите, как минимум на треть. Поэтому огромный резерв, так сказать, роста производства, для чего нужны кредиты. И дальше еще пропуск. Да. Такой у нас период был успешного экономического роста в конце 1998 года, после финансового краха, правительство Примакова вместе с Центральным банком во главе с Геращенко реализовали ту политику, то направление, о котором я говорю, с огромным успехом. Был рост производства и снижение инфляции. Дальше, пожалуйста. Если мы хотим перейти к экономическому росту, нам нужно увеличивать норму накопления в два раза, как минимум. Дальше. Вы увидите, что единственным источником для этого по международному опыту является расширение внутреннего кредита. Других вариантов просто не существует, если мы хотим выйти на те рубежи экономического развития, которые поставлены в указах президента. Дальше. Разумеется, для этого нужна система стратегического планирования. Это последнее, о чем я хотел сказать. Для того, чтобы управлять денежными потоками и гарантировать целевое использование денег, должны быть стратегические планы, приоритеты. Мы должны понимать, где те точки экономического роста, с которыми можно связывать устойчивое долгосрочное развитие экономики. И предприятия, работающие в этой системе, должны отвечать за достижение плановых показателей. Но замечу, это не та система планирования, которая была в Советском Союзе. Это абсолютно рыночный механизм, который отработан во многих странах мира. И начиная с Западной Европы после войны и заканчивая примерами Кореи, Японии, Китая. Да и, собственно, в Америке вам дешевые деньги дают не просто так, а дают под антикризисный план, который занимал 1000 страниц, принятый в 2008 году американским конгрессом. То есть контроль за целевым использованием денег, направление, управление денежными потоками в интересах экономического роста требует планирования, планирования индикативного, за которым стоят обязательства предприятий, система хозяйственных договоров, которая должна связывать государство как источник кредитной эмиссии и предприятия как агенты исполнения тех программ развития, о которых бизнес с государством договаривается. И тогда у нас будет настоящее эффективное частно-государственное партнерство, которое будет крутиться не вокруг извлечения административной ренты через коррупционные механизмы, а вокруг решения общих для всех задач экономического роста. Государство в этой системе не заменяет рынок. Государство в этой системе гармонизирует экономические отношения. Оно гармонизирует разные экономические интересы. Интересы производства, интересы банков, интересы населения, интересы специалистов и дает возможность максимально полно реализовать наш научно-технический потенциал. Я говорил в основном только о денежно-кредитной политике, потому что это самое узкое место. Это не означает, что нет других узких мест, их у нас достаточно, но если мы не развяжем, не разрубим этот Гордиев узел самоубийственной денежной политики, то нас ждет возврат в хаос 90-х годов. Хотя есть все возможности для устойчивого и быстрого развития, мы оцениваем, что мы можем вполне расти с темпом не менее 8% в год. Спасибо. Сергей Юрьевич, ну спасибо за интереснейший доклад, надо его еще осмыслять. Ну, действительно, я хотел спросить первым вопросом, почему вы не упомянули ничего про налоговую систему, про внешнеторговое регулирование, про систему образования? Ну, вы в конце ответили на этот вопрос, что стержнем главной проблемой является как раз кредитно-финансовая политика. Но вопрос такой, а как вы формулируете высшую цель вот этой кредитно-финансовой политики? Чему она должна служить? Сейчас это борьба с инфляцией, я так понимаю. А принимаете ли вы как важнейшую цель вот экономические, вообще кредитно-финансовой политики и всей экономической политики развития несырьевого производства? Или вы считаете, что это побочная цель? Я отвечу на ваш вопрос словами Нобелевского лауреата, классика теории финансов и теории денежного обращения американского экономиста Тобина, который сформулировал так, что главной целью Центрального банка и денежных властей должно быть создание условий для максимизации инвестиционной активности в экономике. По-моему, это исчерпывающе говорит о том, что должен делать Центральный банк в условиях рынка. Собственно говоря, современный экономический рост начался тогда, когда государство научилось эмитировать деньги и обеспечивать денежное обращение в интересах роста производства. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Так,
Ну ладно, в процессе будем обсуждать. Так, следующий выступающий господин Дайсуки Катагава, старший советник PricewaterhouseCoopers, директор по исследованиям Института глобальных исследований Canon. Thank you very much, and I again came back to this forum and. Большое спасибо. С удовольствием возвращаюсь на этот форум. Когда я впервые выступал здесь в прошлом декабре, я использовал плохой пример Таиланда 1997 года, когда Международный валютный фонд дал неправильный совет повысить процентную ставку для того, чтобы поддержать местную валюту. И процентная ставка была повышена где-то, по-моему, до 25%. И ситуация эта продолжалась в течение 18 месяцев на Таиланде. В течение этих 18 месяцев почти весь обрабатывающий сектор в Таиланде был полностью уничтожен. Надеюсь, что этого не произойдет в России. Я полностью согласен с господином Глазиевым в том, что вы должны бороться с спекуляторами по-настоящему. Кто повышает свою прибыль за счет спекулятивных операций и против экс-спекулянтов, которые повысили тарифы, в общем-то, за коммунальные услуги. Такие услуги, стоимость таких услуг должна управляться правительством, и каждая из компаний, предоставляющих коммунальные услуги, не должна иметь право на собственное усмотрение повышать тарифы. Далее хотел бы сказать о том, что произошло в прошлом августе на западных рынках. Говорят, что Китай стал причиной этой неопределенности, но это совершенно неверно. Вся буря-то началась с деятельности, со сделок коротких продаж на восточном побережье США. Они воспользовались неопределенностью на рынках европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Они воспользовались ситуацией падения цен на фондовом рынке Китая просто для того, чтобы начать эти операции. Я должен подчеркнуть здесь, что когда мы говорим об экономическом кризисе, мы должны четко проводить грань между виртуальным миром, это прежде всего финансовый сектор, и реальным миром, это прежде всего сектор услуг и сектор обрабатывающей промышленности. Конечно, реальный сектор гораздо важнее, чем виртуальный сектор. Когда вы принимаете решение, хорошо ли идут дела в реальном секторе или нет, вы полагаетесь на два индикатора. Во-первых, уровень безработицы, а второе, уровень инфляции. Вот эти два показателя Китая гораздо лучше, чем показатели, аналогичные в европейских странах и даже в Соединенных Штатах. И к концу этого года мы ожидаем весьма существенный экономический кризис в Соединенных Штатах, прежде всего, который будет запущен теми операциями, инвестициями, которые совершают американские банки в сектор добычи сланцевой нефти.
Сейчас, в общем-то, эта цена совершенно непереносима. Для того, чтобы справиться с этим, Конгресс Соединенных Штатов изменил свою роль в прошлом году, в конце прошлого года и в начале этого года. Так называемая сеть безопасности, которая должна компенсировать потери инвестиционных банков в той игре, которую они ведут на рынке, на товарных рынках, включая нефть, естественно, это цели, эти меры предназначены специально для ведущих американских банков, которые накопили огромный объем этих деривативов на сумму порядка 1000 миллиардов долларов. И если цена на нефть будет оставаться на низком уровне, они потеряют практически все свои инвестиции на рынке сланцевой нефти. И, в общем-то, последует огромный кризис, существенный кризис. Конечно, возможно сказать, что банк действует законно, но это политическая проблема. В конце я хотел бы упомянуть, что в Японии в течение 55 лет после Второй мировой войны мы создали государственные финансовые институты, специально отвечающие различным потребностям. И сотрудничество, это обеспечивало сотрудничество между правительством и индивидуальными предпринимателями. Был специальный финансовый институт, который помогал крупным предприятиям, таким как Toyota, например, или Nissan, когда они приступили к своим крупным проектам в 50-х годах. Кроме этого, мы создали специальные правительственные постановления, создали специальные правительственные постановления касательно инвестиций фермеров в свой бизнес. Причем ставка придерживалась на низком уровне на 50 лет. Несмотря на то, что реальная ставка была гораздо выше. Многие люди воспользовались этими весьма привлекательными 5% ставками для того, чтобы расширять свой бизнес в Японии или начать его. Это была основная причина, по которой Япония смогла расти быстрыми темпами. Большое спасибо. Японский опыт еще раз подтверждает, что низкие кредитные ставки являются базовой основой для экономического роста. Спасибо, господин Катыгава. Пожалуйста, Роберт Искандерович Нигматуллин, директор Института океанологии Российской академии наук. Уважаемые коллеги, я время от времени слушаю разные радиопередачи и очень часто слышу высказывание одного из идеологов, в общем, современной экономической политики, профессора Ясина. Вот он все время как мантру повторяет о том, что вот свобода предпринимательства необходима, конечно, необходима, да, демократия и верховенство закона. И, в общем, вокруг этого все и крутится, это важные проблемы, конечно, жизни общества. Но мне представляется, что нужно зафиксировать и более тяжелые, и трагические болезни, которые, в общем, царствуют среди нашей интеллигенции. Ну, во-первых, к сожалению, я должен констатировать, это невежество. Это невежество в области менеджмента, в области определения, невежества основных идеологов, который формирует нашу экономическую политику, невежество экономического блока нашего правительства и разрушенная отраслевая наука. Вот только один пример приведу.
Значит, моя дочь работала у Билла Гейтса, и он попросил вот вместе там со специалистами объехать наши исследовательские институты и предприятия, которые ориентированы на фармацевтику, на всякие препараты, медицинского рода препараты. И они были вынуждены были констатировать, что полное фактически разрушение, полная неконкурентоспособность нашей вот науки, способность этой науки, не академической даже науки, а именно вот науки, которая работает на эту отрасль. И так, если вот пройтись по всем отраслям, это колоссальная проблема нам реального экономического роста вот на новую продукцию, будем говорить. Хотя, конечно, Сергей Георгиевич вот показал, что вот промышленность загружена всего лишь производственной силой на 60%. Уже можно только правильной экономической политикой поднять уровень промышленности. Но если говорить о дальнейшем нашем росте, то, конечно, по нашей стране прошла разрушительная орда. Вот несколько примеров вот этого невежества. Ну вот все-таки в экономике должны царствовать вот балансы, понимание этих вот балансов. Ну вот, вот мой брат здесь присутствующий, ну вот исследовал, как в разные периоды нашей жизни рост ВВП, производства нашего, связан, ну, ВВП, разом с ростом производства, потребления электроэнергии. И вот за последние 25 лет эта цифра 1 треть. 1% роста ВВП требует всего 1 треть роста производства электрогенерирующих мощностей. Вот эту мысль, это было невозможно ему внедрить среди академической общественности, нашей академической общественности. Среди тех, кто формировал эту экономическую стратегию, Министерство энергетики. К чему это привело? А это привело к тому, что когда вот руководил Чубайс и создавал программу Гойл-РО2, он в 4,5 раза завысил производство, строительство новых электрогенерирующих мощностей, чем это нужно для социально-экономического развития нашей страны. В конце концов, правительство ее корректировало, эту программу подкорректировало и вышло на те темпы, которые вот он... Булат Искандерович предсказывал, но к чему это привело, вот к каким потерям? Только один частный вопрос. Это привело к тому, что сейчас 15 гигаватт из 220 гигаватт наших мощностей простаивает. Было затрачено 2,5 триллиона рублей денег лишних на это дело, кредиты были взяты, ну там соответствующее все. А это, что такое 2,5 триллиона? Это 100 лет, четверть века содержания Российской Академии наук. Вот это вот только один пример, но парадоксальным является, знаете, что это невозможно было объяснить среди академической общественности. Среди отделений экономики, например, Российской Академии наук, которую вот Сергей Юрьевич тоже представляет, в нашем отделении энергетики. Это тоже было невозможно, потому что все подписывали, все поддерживали. Статистика. Ну вот мои коллеги Абрамов и Кашин вот привели следующие поразительные для меня, поразившие меня статистические данные. Вот у нас, оказывается, денежные доходы, как кажется, в 2013 году около 25 триллионов рублей, а покуплено на товаров в 2 раза больше. Значит, вот смотрите, как это происходит. Дальше. Импорт. Если импорт взять по Росстату, то импорт, подсчитанный по ВТО, по отдельным странам ВТО, которые, в 2 раза больше. То же самое и про экспорт. Экспорт Росстат дает один из нашей страны, а если просмотреть, как эти по разным странам ВТО, какие данные даются, это тоже в 2 раза больше. Это тоже вот показывает, что и общественность, и экономический блок совершенно неверно ориентируют, имеют совершенно разрушенные ориентиры. Ну вот баланс еще раз, баланс распределения доходов. Ну вот, например, в конце 20-х годов примерно центильный коэффициент, процент самых богатых людей Америки перед кризисом присваивал себе, имел 20% доходов. В результате реформ, которые Рузвельт произвел, эта цифра упала до 7%, и это, видимо, норма. Сейчас опять в Америке 20%, и мы видим кризисные явления в этой экономике. Никуда тут не денешься. А в России, по моим оценкам, вот, которые тоже трудно сделать, это получается цифра 40-50. Поэтому вот эти вот деньги, которые скапливаются вот этого процента богатейших, некоторые экономические идеологи считают, но зато они будут вкладывать. Они имеют колоссальные инвестиционные ресурсы, и они будут вкладывать в экономику. Это абсолютно неверно. И это Сергей Юрьевич тоже самое сейчас показал, что это абсолютнейшая легенда о том, что деньги, сосредоточенные у супербогатого класса, он будет это вкладывать в реальное производство, в экономическое. Это тоже совершенно неверно. Ну, в общем, я уже завершаю. Я думаю, что
основная беда вообще нашей общественности – это вот совершенно невежественное представление о своем отечестве. А балансы действуют даже так. Даже поразительный баланс, например, такой, четко связано, вот тоже ссылаясь на своего брата, смертность в нашей стране, смертность в любой стране, с долей доходов, которые ВВП тратят на здравоохранение. Когда эта доля очень дохода маленькая, то она линейно от этого зависит. Вот уменьшили фактически в нынешнем году госбюджетное финансирование нашего здравоохранения упало на 20%. И сразу это чувствуется на росте смертности. То есть вот балансы, здравый смысл, правильная денежная и кредитная политика, о котором говорил Сергей Юрьевич, ведь это вообще достаточно, в общем, если подумать, даже очевидные вещи о том, что должно быть целевое кредитование. Это же очевидно. Более того, я даже думаю, что целевой рост покупательского спроса, это тоже является реальным. Преодоление невежества. Спасибо. Пожалуйста, Крупнов Юрий Васильевич, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хотел бы, относясь к докладу Сергея Юрьевича, может быть, не очень популярная в этом кругу, сказать вещь, поскольку на самом деле мне кажется, что доклад преследует все-таки очень ложные, я бы сказал, цели и задачи. То есть, если мы, как сказал Роберт Искандерович, все понимаем, что, конечно, целевые кредиты лучше, чем отсутствие этих кредитов, и что деньги лучше, чем их отсутствие, то по большому счету возникает вопрос к Сергею Юрьевичу, а в чем тогда содержание доклада? То есть ситуация возникает такая, есть плохой ЦБ, там плохая госпожа Набиуллина, которая необразованная и невежественная и так далее. Да? Я вот гарантирую, что на самом деле неправильно поставленный диагноз приведет к еще большей на самом деле проблеме, чем есть сегодня, при всем уродстве того, что совершается. Поскольку на самом деле у нас не кризис инвестиций, у нас кризис проектов. Все разговоры о том, Сергей Юрьевич, я помню прекрасно середину 90-х годов, когда вы говорили о том, и я помню это, и вы правы, когда наша еще советская промышленность действительно была в остаточном уровне там на 50-60% недозагружена. Сегодня никакой промышленной системы нет. Даже если отверточные производства не загружены, это не значит, что целевые кредиты дадут им рынки новые и возможность какого-либо развития для страны. Поэтому проблема не в деньгах, а проблема в проектах. И вопрос Центрального банка, что он должен делать, он 99% усилий, неважно каким способом, должен прилагать к тому, чтобы эти проекты созидать. У нас кризис продуктивности. Если господин Вернер, Ричард Вернер, который выступал в Академии наук в феврале, выдвигает теорию продуктивного кредита, четко фиксируя продуктивность и показывая эту продуктивность в каждом конкретном случае, то абстрактные целевые эмиссии, целевые кредиты, они ни о чем не говорят. И я более чем уверен, Сергей Юрьевич, если вас назначить завтра председателем ЦБ, то через год либо будет катастрофа, либо вы будете делать то же самое на 90%, что делает госпожа Набиуллина. И, на мой взгляд, вот в этом вообще кризис, на самом деле, нашей ситуации. Мы ничего не производим. Мы действительно растеряли основу, соответственно, всей той НИИ, то есть всей прикладной науки, где в советское время создавались проекты. И мы хотим завтра дать деньги, и у нас все зафурычат и заварится. После такой деиндустриализации, после потери технологического суверенитета, на мой взгляд, сначала требуется жесткая ставка на проектирование, если хотите, новых лидирующих продуктов, континентальных инфраструктур, новых городов, новых рынков. Их надо все проектировать. И когда вы содержательно нарисуете структуру валового продукта России, тогда туда можно вкладывать. Пока этой структуры валового продукта нет, это как бы две дороги к одному обрыву. Что неолиберальный, так сказать, ужас, который нам кормит 25 лет, что бюрократический псевдосоциализм, который вы предлагаете, с моей точки зрения. Отсюда, мне кажется, все-таки нам очень четко определить реальную структуру и на чем она может базироваться.
Не случайно и это три уровня. Я хочу их назвать, и эти три уровня проектности, без разработки дальнейшей которых мы ничего не сдвинем. Будем ругаться с неолибералами. С ними все понятно. Чего на них тратить время? Первый уровень – это континентальные инфраструктурные платформы. Неважно, это реальная промышленная система, новая индустриальная система Евразийского союза или, соответственно, трансевразийский пояс развития, который предлагает Якунин и Громыко. Первое – должны быть инфраструктурные континентальные платформы. Китайцы не дураки, когда говорят про экономический пояс шелкового пути. Американцы не дураки, когда они выстраивают трансатлантический рынок и инфраструктурную платформу. Мы ничего не проектируем, хотим чуть-чуть поменять направление денег, и завтра страна, так сказать, зацветет, и все будет хорошо. А по сути это другой тип ренты. Один тип ренты на экспортно-импортных операциях в угоду глобальному рынку, другой тип ренты на неограниченной эмиссии, непонятно подо что, куда это вкладывать и так далее. Второй уровень – это проекты развития. В частности, когда Константин Анатольевич говорил про 20% роста сельхозмашиностроения, то ведь тоже удивительно, что не только неолиберальные, так скажем, элиты не обращают на это внимания, но и самые, что ни на есть, патриотическое, так сказать, антилиберальные, тоже этот рост в 20% ничего не говорит. Они не подпрыгивают с места, не кричат, не призывают, не показывают никакие проекты. А на мой взгляд, это говорит об очень простой вещи. Все советское, что было на селе, оно все сгнило. Его 20 раз друг другом сварили, оно больше не работает, требует колоссальное перевооружение села. Это опять колоссальный проект. Кто эту программу из патриотов предлагает? Никто. Хотя 20% рост в ситуации кризиса это показывает. Поэтому проекты развития второй уровень и перевооружение села, и новые города, например, тот же Циолковский около космодрома Восточный. Прекрасный пример — космодром Восточный. Мне это горько говорить, я это пробивал. Денег финансируется немерено. И что там строится? Союз 60-летней давности и города начала, так сказать, 50-х годов по архитектуре, по сути, без каких-либо людей, без какой-либо молодежи, без какого-либо будущего. Деньги туда выделяются, деньги там есть. Набиуллина там не запрещает выделять деньги. А в итоге получается ужас, позор на весь мир. Почему? Потому что нет проекта. Но этим никто не занимается, а все обсуждают, через какую трубку, так сказать, эти деньги запускать и под какие проценты. В этом плане, мне кажется, Сергей Юрьевич, я понимаю, что я специально чуть-чуть, конечно, обострил. Вы знаете мое очень глубокое к вам уважение, но мне кажется, сегодня ситуация настолько критична, что гораздо важнее, помимо такой общей коллективной поддержки против этого мифа неолибералов, потому что нет никаких неолибералов. Есть люди, не способные организовывать и управлять страной и хозяйством. Давайте докажем обратное. Спасибо. Игорь Васильевич, с моей точки зрения, вы были резки слишком в своих оценках, потому что проекты останутся проектом, если нет правильной денежно-кредитной политики, если кредит стоит 20%, 30%. Ну как нет проектов? Сейчас Сергей Юрьевич прокомментирует. Вы знаете, Игорь Васильевич, вот если спуститься с этих мечтаний на грешную землю, вы невнимательно слушали мой доклад. Я вам говорил о том, что исчезает оборотный капитал. Оборотный капитал. Вы там про фантазии насчет проектов, там, это все можно много говорить, но когда у вас исчезает оборотный капитал и нет крови в организме, он обречен на вымирание, так же, как можно, невозможно, если нет солнца, вырастить, так сказать, пальмы. Поэтому мы находимся на грани просто повторения катастрофы 90-х годов. То ж не до проектов, так сказать, а до поддержания текущей жизни. Вот о чем вопрос стоит. Это первое. Второе. Насчет того, что нет проектов, я с этим никак не могу согласиться. Значит, ну, во-первых, мы говорим об экономическом росте, об антикризисной политике, направленной на рост. 60% не я придумал простаивающих мощностей. Госсовет долго насчитал 3 триллиона рублей возможности импортозамещения. Тут на земле все, так сказать, находится. Есть возможность производить и самолеты современные, и ткани,
и Агропром тот же самый. Но если нет кредита, даже в отсутствие прорывных технологий можно наращивать производство. А что касается прорывных технологий, то я могу лекцию часов на 10 прочитать о том, какие должны быть приоритеты, исходя из длинных волн Кондратьева, что у нас смена технологических укладов, что у нас масса талантливых людей не может получить финансирование здесь, поэтому уезжают за границу. Если бы у нас не было проектов, люди бы не уезжали за границу, они уезжают со своими проектами, и там их реализуют. Очень кратенький комментарий. Буквально. Я извиняюсь, я просто раньше начал. Да. Смотрите, как получается, что нет проектов. Вот картинка с заседания Минстроя, да? Ну, закрытого. Значит, банки объясняют, что к ним вот стоит очередь с проектами. Ну, вот стоит 100 человек, да? А они берут 1-2 проекта. Какие? 40% рентабельности. А если у тебя 35, до свидания. Вот и все, и получается, что нет проектов. Тут же сидят строители и говорят, слушайте, ну давайте 20 хотя бы. И у нас будет здесь масса проектов. Есть проекты. Триллион. Достроить ближнее Подмосковье панельками 70-х годов, это не проекты, это вредительство для страны. Я не говорю про жилищное даже строительство, я говорю про крупные проекты, начиная от торговых центров и заканчивая заводами. Вот так вот, 40%. Если рентабельность закладывается 40% у крупных банков, их нет. Юрий Васильевич, я готов согласиться, что их не хватает достаточно продуктивных, высокотехнологичных, реальных проектов. Это действительно дефицит этот есть, но я вас могу уверить, у нас на каждом заседании президиума делается доклад с предложениями новых технологических проектов. Ведь с этого все начинается. Начинается с академической науки, которая потом, как говорится, переводит это. Вот действительно отраслевой схемы у нас нету, отраслевой науки у нас нет, она разрушена. Но без соответствующих инвестиционных ресурсов, не только вот те, которые способны сразу на 40% загрузить промышленность, это вообще вопрос жизни и смерти, тут уже никуда не денешься. Но вот без этого инвестиционного ресурса, который бы инвестировал в поисковые исследования для отраслевой науки, вот этого тоже нет, а без этого тоже будущего нет. Хотя вы абсолютно правы, что у нас есть проекты бездарные и так далее, вы их назвали совершенно верно, но речь ведь идет о дефиците вот этого отраслевого характера проектов, подкрепленной фундаментальной наукой. Так, Булат Искандерович тянет руку, ну 30 секунд, либо потом скажете во время своего выступления. Значит, мы производим примерно 50,5 метра квадратно на душу населения, 60, а нормально 1 метр. У нас дефицит жилья нормально, даже 70-х годов не хватает. Только строительство жилья и нормальные цены позволят ВВП 3%, я считал, 3%. Не надо ничего остального, только 3%, загрузим свою сегодняшнюю экономику. У нас из-за того, что кредиты и ипотека такая, 15-20%, в результате нет ипотеки. Хорошо. Давайте движемся вперед. Болдырев Юрий Юрьевич, член редакционного совета Российского экономического журнала, экономист, публицист. Да, уважаемые коллеги, у нас отставание на 10 минут от графика. И я бы у нас есть отсутствующие. Да, и я бы нормально предложил все-таки идти по порядку, но просить всех, кто выступает дальше, реагировать на предыдущих. Тогда будет какая-то ткань. Я постараюсь тоже отреагировать. Вот то, что сделал Юрий Васильевич, мне представляется, называется так: бей своих, чтобы чужие боялись. Ну, уж Сергей Юрьевич перед нами не выступал на протяжении десятилетий с концепциями того, как и что нужно планировать, какие приоритеты и так далее. У нас в теме заявлено, сказано, есть планирование, нет планирования. Поймите, проблема не просто в наличии или отсутствии планирования. У нас есть стратегическое планирование пиара, это всякие Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу и так далее. Они задолго планируются, но у нас нет стратегического планирования развития страны. Более того, главная проблема и сегодня остается в том, что все, что делается и заявляется, носит сугубо реактивный характер. Вот Запад к нам так,
А вот мы в ответ сейчас временно так. А если завтра смилостивятся и санкции отменят, то и мы, с своей стороны, не будем опережающе развивать то, что вроде как взялись импортозамещать. Вот это убогое мышление, убогая концепция не позволяет даже говорить всерьез о том, а что мы хотим завтра. Мы завтра хотим только в зависимости от того, что захочет Запад. Вот это фундаментальный дефект. Первое. Второе. Сергей Юрьевич вынужден находиться в кругу людей. Я не говорю там неолибералы. Вот в кругу всего нашего госуправляющего слоя, у которого представление такое, ничего планировать стратегически не надо. Надо создать условия, и тогда все цветы зацветут. Так вот, Сергей Юрьевич в своем докладе четко убедительно показал, что условия, которые надлежит создать, не создаются по ключевому направлению. В нормальной политической системе, если бы этот доклад был представлен парламенту, что бы должно было произойти? Должна была бы быть комиссия по расследованию, как так случилось, что ключевой орган обеспечения экономики работает во вред экономике. У нас это не происходит. Значит, для того, чтобы апеллировать уже не к парламенту, не к ученым, а к обществу, я бы предложил Сергею Юрьевичу чуть усилить позицию. Вот вы говорите, Центральный банк должен стать кредитором экономики. Правильно. Машиностроение должно стать поставщиком машиностроительной продукции сельскому хозяйству. В чем разница принципиальная между машиностроением по отношению к сельскому хозяйству и банковской системой, и Центробанком по отношению ко всей экономике? Разница в том, что машиностроители сами что-то создают. Примитно к банковской системе по отношению к экономике образ выглядит так. Вот мы все собрались... У нас есть поле и вода. Мы решили сеять там рис или пшеницу. И выделили кого-то, кому мы поручили управлять потоком воды. Так вот, это поручить можно только на условиях, чтобы он не черпал прибыль из того, как он нам будет продавать воду, а использовал эти возможности в обеспечении нашей прибыли от продажи дальше пшеницы или риса. То есть... Стратегическая позиция должна заключаться не просто в том, что Центробанк там кредитор, а в том, что вся финансово-банковская система должна получить статус обслуживающей, обеспечивающей инфраструктуры производительной экономики. А это значит, она не должна быть... Спасибо за понимание. Это значит, она не должна быть прибыльной. И уж как минимум ее прибыльность ни в какой ситуации не может быть больше прибыльности реального сектора экономики. Вот это какие-то ключевые положения, которые нужно записывать в какой-то экономической конституции. Я напомню, сейчас у нас 20 лет с момента протаскивания нынешнего закона о Центробанке, который протаскивался как спецоперация через парламент в апреле 1995 года. Там даже формально записали, что целью деятельности Центробанка не является прибыль. Но все остальные механизмы и управление Центробанком, и внутреннего организации, и управление всей остальной банковской системой недвусмысленно выводят их, как весь смысл существования, прибыль, прибыль и еще раз прибыль. Страна, в которой Центробанку вместе со всей банковской системой дается возможность извлекать прибыль, почти неконтролируемо извлекать прибыль, в этой стране не может быть производительного сектора экономики, потому что самый легкий способ извлечения прибыли – это удушение всей остальной окружающей экономики, которую он должен обеспечивать. Значит, и еще одно замечание. У нас очень часто сознательно вбивается в общество путаница. Если Сергей Юрьевич говорит о необходимости ограничения трансграничного движения капитала, на спекулятивное движение капитала, то в обществе это обязательно будет брошено в искаженном вульгарном виде, в том смысле, что запретят обменники, и граждане не смогут свою пенсию в условиях обвала очередного рубля обменять даже на какой-нибудь доллар или евро. Мне кажется, все предложения, касающиеся регулирования банковской сферы в интересах производственного сектора, надо обязательно тут же сопровождать обязательно, вот, четким указанием на то, что государство параллельно
должно либо сохранить для гражданина возможность маневра в валютно-финансовых операциях, либо создать иной, пожалуйста, если способно, создать иной механизм гарантированного сбережения граждан. В противном случае такие, как Глазьев, и такие материалы, которые он сейчас представил, будут всегда представляться как страшилки. Что вот хотите пойти за этими предложениями, получите опять ситуацию, когда вас будут сажать за валютно-финансовые операции. Значит, вот этого допускать нельзя. Спасибо. Кстати, да, Сергей Юрьевич, вот критики вашего доклада, ну или как, комментаторы, пугают, что Глазьев предлагает запретить хождение долларов и действительно опять будут сажать за покупку долларов. Как вы прокомментируете вот такие пугалки? Ну, в основном они довольно смешные, эти критические высказывания, потому что речь идет о дедолларизации экономики, действительно, но не административным способом, а за счет косвенных рыночных регуляторов. И я обращаю внимание, главное, на то, что у нас Центральный банк, став финансовым регулятором, регулированием реальным не занимается. Если мы хотим обеспечить стабильность курса рубля и его соответствие фундаментальным, как они пишут везде, условиям конкурентоспособности, то мы не можем отдавать курс рубля на манипулирование спекулянтов. 95% операций на бирже – это чисто спекулятивные операции. Поэтому первое, что нужно сделать – наш финансовый рынок защитить от спекулятивных атак. Я специально обратил внимание, что наш финансовый рынок ничтожно мал по отношению к эмиссии, банально ежегодной эмиссии, которая сегодня идет за границу. И при таком маленьком объеме финансового рынка любой крупный спекулянт может рынок обрушить и качать его вверх-вниз. Поэтому если мы хотим иметь стабильный рубль, низкую инфляцию и дешевые длинные деньги, нам нужно защитить финансовую систему от спекулятивных атак. Механизмов защиты, используемых во всех странах мира, вот коллега доктор Катыгава сам этим занимался, может целую лекцию прочитать, как должна была бы работать биржа вместе с регулятором для обеспечения стабильного курса рубля. Здесь и ограничение кредитного плеча, и остановка торгов, и введение налога Тобина на спекулянтов, и резервирование денег, и валютная позиция коммерческих банков. Множество инструментов, которые в большинстве стран мира применяются. Я показал, что мы относимся к ничтожной группе стран, где свободное плавание валют. Это имеет самые большие резервы. Поэтому речь идет о защите нашей финансовой системы от спекулятивных атак. Если мы защитим, мы обеспечим стабильный курс, мы создадим условия для дедолларизации и для удешевления денег, для расширения кредита, для восстановления доверия к рублю и прочее, прочее. Спасибо. Один пример, который вот подтверждает то, что сказал Сергей Юрьевич. Во времена Эйзенхауэра доходы с финансовых операций до 90% США доходили. 90%. Вот это один из регуляторов мощнейших. А у нас какой доход? 6%, да? Тут насчет банков я еще хочу сказать. Тут ведь, видите, спекулянты наживают гигантские деньги, они пользуются кредитами банков, с ними связанными. При этом банки демонстрируют убытки. Вот, то есть здесь мы имеем дело с целой системой взаимоотношений, которые фактически превратили финансовый рынок в поле для манипуляции узкой группы игроков. И это видно всем на рынке. Понимаете? То есть пугает, что нигде в моих предложениях нет запрета на хождение валют. Вот нигде просто этого нет. Ни в одном тексте. Вот. Но спекулянты считают, что если им ограничить возможность манипулировать рублем, то для них это равносильно запрету хождения валют. Спасибо. То есть бабушек сажать за покупку доллара вы не предлагаете? Нет? Нет, конечно. Хорошо. Так, Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Прежде всего, хотел бы от имени руководства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации поприветствовать вас в этом историческом здании и, самое главное, пожелать ощутимых результатов в достижении консенсуса при нашем сегодняшнем непростом обсуждении экономических проблем. И для того, чтобы, может быть, немножко снизить
накал наших страстей, хотел бы выполнить маленькое, но, как говорится, очень ответственное поручение. Дело в том, что в соответствии с приказом президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за многолетнюю результативную деятельность по защите отечественных товаропроизводителей и за поддержку реального сектора Константин Анатольевич Бабкин награжден почетным знаком Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Я хотел бы вручить ему этот знак. Прошу вычесть это время из моего выступления. Выступать я могу с места. Неожиданно, но очень приятно. Спасибо большое. Что касается нашего выступления, конечно же, нельзя не согласиться с Юрием Юрьевичем, что самое главное целеполагание, и, конечно, здесь можно много говорить, в том числе о большой работе, которую Торгово-промышленная палата проводила по отстаиванию необходимости проведения промышленной политики и закона о стратегическом планировании. Я все-таки хотел бы вернуться вот в рамках уже прошедшей дискуссии об инвестициях. Хотел бы прежде всего немножко напомнить статистики. По прошлому году в российскую экономику в форме прямых инвестиций было вложено всего 21 миллиард долларов, что является абсолютным антирекордом за всю историю современной России. Если говорить об отдельных отраслях, то падение инвестиций, скажем, в сферу финансов и страхования, упоминавшихся, составило порядка 40%, в добычу энергоносителей минус 27%, строительство 18%, торговлю 13%, транспорт и связь 12%. Если же говорить о прямых иностранных инвестициях, то ситуация еще более удручающая. Было привлечено всего 2,8 миллиарда прямых иностранных инвестиций, что примерно на 48% ниже показателей предыдущего периода. Естественно, возникает вопрос, а в чем причина. Безусловно, и это уже не раз констатировалось, что все-таки о каких бы частных вопросах мы ни говорили, главная причина – это исчерпание возможностей прежней социально-экономической модели. И если мы говорим о том же падении инвестиций, то начался этот процесс не вчера, а еще в 2011 году, когда, к слову говоря, цена на нефть была на пике. Инвестиции – это прежде всего возможность вкладывать капитал в долгосрочное развитие не только отдельных предприятий и отраслей, но и регионов и страны в целом. Поэтому здесь хотелось бы очень кратко остановиться о трех тесно взаимосвязанных между собой проблемах, которые можно условно назвать проблемой импортозамещения, доступность инвестиционных ресурсов и инновационная активность или научно-технический прогресс, о чем говорил Сергей Юрьевич. Импортозамещение. Может быть, не вполне удачный термин, поскольку более правильно было бы говорить все-таки о повышении конкурентоспособности нашей продукции и при этом ориентируясь на мировые образцы. Однако у нас складывается впечатление, что вот, увлеченные поиском прямых иностранных инвестиций, мы порой забываем, что все-таки главным инвестором российской экономики в конечном итоге является рядовой российский потребитель. На наш взгляд, если говорить о программе импортозамещения, о ее общих параметрах, мы считаем, что общий объем импортозамещения должен составлять порядка не менее, по крайней мере, 100 миллиардов долларов. Осуществлена она должна быть относительно сжатые сроки в течение 2-3 лет. И тогда эффект от нее может оцениваться примерно в миллион рабочих мест и дополнительные поступления на все уровни дохода не менее 500 миллиардов рублей. В таком случае мы действительно можем говорить о необходимом экономическом рывке, на который в других условиях потребовались бы долгие годы. Если говорить о доступности инвестиционных ресурсов,
Сегодня действительно фактически весь инвестиционный ресурс наших отраслей уходит банкам и кредитным организациям. Это верно. Но, на наш взгляд, не будет большим преувеличением сказать, что высокая инфляция у нас в стране именно потому, что у нас дорогие заемные ресурсы, а не наоборот, как принято утверждать. Действительно, это сложнейшая проблема, и связана она прежде всего с необходимостью резкого повышения производительности труда, но решать ее нужно, и решать нужно срочно. Достаточно вспомнить, что в течение 2009 года ставка рефинансирования ЦБ изменялась 10 раз и все время в сторону понижения. И результаты, кстати говоря, тогда тоже были достаточно неплохие. Ну и то, что я говорил, пора все-таки отказаться от хронического недофинансирования науки, которая действительно одна только готова обеспечить стабильный рост нашей конкурентоспособности. Но решать эту проблему нужно, естественно, не только и не столько за счет бюджетного финансирования, сколько за счет крупных компаний, создания крупных корпоративных инжиниринговых центров, научно-исследовательских центров, финансирования, естественно, частным бизнесом, как это делается во всем мире. Сложнейшая проблема, и мы в палате активно занимаемся и достаточно активно проблемой коммерциализации научных разработок и совместно с институтами развития занимаемся проблемой стимулирования инновационного спроса, спроса на инновационную продукцию как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. Что можно было бы сделать? Ну, на наш взгляд, возможно, сразу несколько вариантов. От создания специализированных инвестиционных банков развития под эгидой ЦБ, либо правительства, и консолидации существующей банковской системы до стимулирования пенсионных, страховых, индивидуальных, коллективных накоплений, которые также станут внутренними источниками длинных денег и трансформируются в инвестиции. Если позволите, еще одну минуту. Мы считаем, что России необходима собственная инвестиционно-банковская система с опорными частно-государственными банками развития, которая бы реально могла обеспечить инвестиционный кредит. Чем скорее она начнет формироваться, первые признаки уже есть, тем быстрее станет восстанавливаться экономика, поскольку ныне существующая банковская система, ну, будем откровенны, способна обеспечивать лишь поддержание текущей деятельности, но никак долгосрочное развитие бизнеса. И в частности, одной из конкретных мер мы разрабатываем сейчас предложение при участии нашего комитета по инвестиционной политике и ряда муниципальных торгово-промышленных палат, предложение в правительство в части разработки программы вовлечения в хозяйственный оборот земель, принадлежащих муниципальным образованиям и регионам. Данную инициативу мы формируем в целях дальнейшего использования земли в качестве залога, но условно назовем это земельной ипотекой, при частных, отечественных и иностранных вложениях в инфраструктурные проекты. Ипотека земли позволяет, не меняя титула собственности, привлекать долгосрочные финансовые ресурсы, сдавать заложенные участки в аренду, осуществлять на них коммерческую деятельность. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Так, следующий выступает Катасонов Валентин Юрьевич, руководитель Русского экономического общества имени Шарапова. Мне слово, да? Уважаемые коллеги, я не первый раз на заседаниях Московского экономического форума. И не только у меня, но и у моих коллег возникает некое такое ощущение, что мы ходим по некому кругу. Мы ходим по некому кругу, и это объясняется тем, что мы пытаемся решить экономические проблемы, не выходя за пределы экономики. Вот это парадокс. Я уже говорил о некоторых парадоксах нашей общественной и экономической жизни. Ну, например, парадокс выстраданной нашей истории, что если общество будет ставить в качестве высших экономические цели, то оно обречено иметь разрушенную экономику. Это вот такие парадоксы нашей российской русской цивилизации.
Я хотел бы сказать о том, что хотелось бы понять, что экономика все-таки в системе общества и в системе, в частности, нашей цивилизации занимает не высшее иерархическое место. Все-таки структура цивилизации устроена таким образом, что высший уровень – это духовный уровень, следующий уровень – это политика, и уже ниже находится экономика. Если мы будем пытаться решать экономические проблемы, только вот вращаясь в этом пласте, который называется экономика, то мы занимаемся самообманом и, может быть, обманом окружающих. Это примерно так же, как в медицине. Предположим, приходит пациент к врачу и говорит: врач, вы знаете, у меня коленка болит или голова болит. Ну и врач, если он плохой врач, он начинает, значит, посылать пациента на обследование. 100 раз ему, значит, исследуют голову, коленку. Ну, хороший врач понимает, что причины этой боли могут быть совсем в другом месте организма. И что это вообще может быть даже причина, которая находится вне такого физического зрения человека. Вот я о чем говорю. Поэтому давайте все-таки понимать, что экономика – это прежде всего творчество. Это творчество, построенное на интуиции, на понимании того, что такое экономика как часть целого. Это, знаете, как к врачу. Мы же не пойдем к плохому врачу, которого учили, скажем, 5 лет лечить только коленку или только правое ухо. Мы пойдем к тому врачу, который все-таки понимает, как устроен человек в целом, понимая, что человек – это сложная структура. Во-первых, структура тела, дальше это душа и дух. Вот если мы это будем понимать, тогда мы, наверное, продвинемся в борьбе с кризисом. Кстати говоря, само слово «кризис» мы как-то не задумываемся, и я тоже не задумывался, слово-то греческого происхождения. И греческие коллеги объяснили, что изначально смысл этого слова – это суд Божий. То есть мы, если задумаемся над глубоким смыслом слова «кризис», то тогда, наверное, нам будет легче выйти за рамки вот этого узкого нашего экономизма, или, как еще говорили в начале 20 века, экономического материализма. И, кстати говоря, мудрые люди в конце 19-го, начале 20 века говорили, что экономический материализм Россию до добра не доведет. И он, как вы понимаете, до добра ее действительно не довел. Так что надо жить своим умом. И вот этот экономический материализм, это, будем так говорить, идеология, которая привнесена в Россию еще в 19 веке. И сегодня, конечно, инфицирование этим вирусом экономического материализма зашло очень глубоко в наш организм, в нашей русской цивилизации. Мы это должны прекрасно понимать. И я не раз говорил на площадке МЭФ, что мы можем сейчас обсуждать какие-то текущие проблемы, но должны все-таки думать на перспективу. А перспектива – это наше молодое поколение. А молодое поколение сегодня таким образом и духовно, и интеллектуально калечится, что мы даже вряд ли сможем претендовать на роль какой-то колонии, мы можем просто исчезнуть как государство. Поэтому я призываю всех уподобиться хорошему врачу и смотреть на пациента в целом, а не смотреть только на отдельную больную часть его организма. Вот. И в этом смысле мне хотелось бы сказать, что, конечно, есть несколько уровней решения задач для людей, которые считают, что они экономисты. Во-первых, конечно, нужен социальный идеал. Даже если к вам попал в палату пациент, который там еле дышит, все равно все-таки хороший врач, даже если он каждый день только с такими имеет дело, он все-таки должен представлять, а что из себя представляет эталон здорового человека. Это и есть понятие социального идеала в экономике. Далее, это максимально возможное состояние вашего пациента, до чего мы его можем, собственно говоря, довести, поставить на ноги. Тоже есть определенные прецеденты, аналоги в истории, не надо высасывать из пальца эти модели. Я уже не раз говорил, что таким эталоном или такой моделью годится с определенными оговорками. Это сталинская модель экономики. Когда я говорю сталинская, я имею в виду, что она просто существовала в те
годы, когда, собственно, Сталин был у власти, конец 20-х годов и примерно до середины 50-х годов. Ну и дальше реагирование уже на какие-то текущие вызовы, внешние угрозы, вот тот же самый кризис, это уже, будем так говорить, действительно что-то типа скорой помощи. Но мне хотелось, чтобы мы не были только в режиме скорой помощи, чтобы мы действительно были профессионалами, врачами в самом высоком смысле этого слова. Спасибо за внимание. Валентин Юрьевич мыслит нестандартно, заставляет всегда задумываться его речи, но мне лично не всегда они, например, понятны. То есть поставить духовное выше экономики, ну, это важно, наверное, это правильно, но сразу представляется либо монастырь, где там только ну, молятся, но ничего, ну, как бы, ведут натуральное хозяйство, либо, ну, сталинская, да, модель, ну, ее надо как бы раскрывать, это... В современных условиях можно ли ее построить или нет, тоже как бы, надо обсуждать. Ну, задуматься. Константин Анатольевич, приглашайте на заседание вашей партии, и мы в течение нескольких часов постараемся подробно объяснить наши тезисы. Хорошо, сделаем такое мероприятие. Спасибо большое. Так, Остарков Николай Александрович, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ну, я продолжу основную мысль Валентина Юрьевича, да? О том, что духовные приоритеты, ну, немножко ее приземлю. Если мы будем пытаться понять природу современных денег из экономической ситуации, то есть из меновых отношений, ну, это примерно то же самое, что пытаться понять, что такое деньги, изучая золото. Поэтому пока мы над экономикой не выходим на метауровень, мы не понимаем, что такое современные деньги. И здесь я абсолютно вот согласен с предыдущим выступающим. А теперь я просто на одном примере продемонстрирую, как выход за рамки экономического понимания, то есть на основе принципа эквивалентности денег, да, сразу же выводит нас на другой уровень, на понимание той природы денег, которая у них сейчас является, то есть фидуциарных денег, и как вот это уже духовное понимание, да, более высокое, чем экономическое, позволяет на одной и той же операции заработать плюс или минус. Вот смотрите, у нас задача, да, простимулировать ипотеку. В прошлом году ипотека была 1 триллион 300 рублей. Да? Соответственно, в этом году логично предположить, что вот примерно на этот же объем возможна ипотека, да? Значит, что делает Минстрой, ну и наши денежные власти? Они делают все правильно, все хорошо, потому что если бы этого не было, у нас бы стройка встала. Они берут из бюджета деньги, вкачивают их на субсидирование процентной ставки, то есть они делают минус, деньги взяли. Но это сработало, все замечательно и так далее. Если вы исходите из природы того, что деньги – это не товарный эквивалент, тогда вы действуете следующим образом. Вы берете банки, которые уже выдали ипотеку под построенное жилье, например. Все, жилье есть. Я специально беру такую железобетонную схему, где рисков нет. Риски 0,15%. Это ипотека, которая выдается под доступное жилье. У нас мы анализировали, и в нашем банке это также происходит. 0,15% невозврат. То есть это фактически высоколиквидный актив. Значит, что мы делаем? Мы берем этим банкам, даем ликвидность непосредственно от ЦБ. Ну, можно, конечно, через оператора, но я упрощаю схему. Даем мы, допустим, 200 миллиардов. Что в итоге мы имеем? В той старой схеме мы имеем минус 200 миллиардов. Здесь мы имеем плюс 200 миллиардов, потому что через определенное энное время, ну, считаем, что это, допустим, 5 лет для простоты, эти деньги вернулись, и мы получили плюс. Это и есть фидуциарный доход, да, который получил ЦБ в этой ситуации. То есть при одном и том же понимании, при одной и той же ситуации, если вы мыслите деньги приземленно, как экономисты, да, вы получаете минус 200 миллиардов для бюджета. А если вы мыслите правильно, как нас учит Катасонов, да, то вы получаете плюс.
По этой же самой схеме, в свое время Великобритания действовала таким же образом, Япония действовала таким же образом, Соединенные Штаты до 70-х годов, Финимы и так далее, делали, это делают все, да? Все страны действуют примерно таким же образом. То есть они, задача новая Центрального банка заключается в том, чтобы найти возможность запустить эмиссионные деньги в экономику, не спровоцировав инфляцию. Самый классический пример, где это возможно и где это абсолютно не приводит ни к какой инфляции и попаданию денег на валютный рынок, это ипотека. Но это всего лишь один пример. Точно такой же эффект получается при, я заканчиваю, при поддержке лизинга. Точно такой же эффект. Точно такой же эффект получается при поддержке экспорта. Если вы даете покупателю ваших комбайнов, например, деньги в рублях там и даете поставки минус 50%, я не шучу, это реальные примеры, как действуют западные банки. Минус 50% можно давать в рублях кредит для того, чтобы покупался, это не противоречит экономическим законам. В Дании нам рассказывали про программу, которая там у них действует по поддержке предпринимателей, там они дают минус 2%. В Восточной Европе была программа строительству заводов минус 50%. Сейчас заканчиваю, буквально одно предложение. Откуда возможны такие ставки? Потому что изменилась природа денег. Они больше не являются товарным эквивалентом. Не пытайтесь искать математические формулы денег. Математика здесь не работает. Они стали эмиссионным инструментом. Поэтому и возможна ставка минус 50%. Фактически эмитент в этот момент делится своим доходом с первым получателем этих денег. Вот и весь секрет. У нас единственный эмиссионный центр, но любое суверенное государство, используя вот эти вот программы, о которых было в докладе, в принципе, написано и они показаны, может использовать эти каналы для аккуратной поддержки экономики, которая не приводит к инфляции. Спасибо. Спасибо, Николай Александрович. Делягин Михаил Геннадьевич, директор Института проблем глобализации. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я в 98 году участвовал в программе «Борьбе с инфляцией», где мы, в частности, использовали молитву. А в середине 2000-х годов, я не буду говорить, какая конкретно была техногенная авария, там была реальная ситуация, когда мы тоже использовали молитву, и, в общем, получилось. Но это не является инструментом макроэкономической политики. Возможно, к сожалению. Государство имеет огромное количество разных возможностей. В чем право либерала? Это в том, что государство всегда работает на троечку. В чем либералы не правы? Это в том, что государство всегда работает. Когда государство ставит себе какую-то задачу, то оно по своей природе эту задачу выполняет. Мы умудрились четверть века прожить в государстве, не задав себе вопросом о том, какую задачу выполняет это государство. И рассказывая ему о том, как ему лучше развивать экономику, совершенно не задумываясь о том, что перед ним такой задачи не стоит. Четверть века назад это государство, еще в недрах Советского Союза, это моя гипотеза, я подчеркиваю это, создавалось как инструмент разграбления советского наследства, в целях его легализации в качестве личных богатств в фешенебельных странах. Машинка была сделана по-советски добросовестно, она работает до сих пор. Грабить в основном уже нечего. А с легализацией тоже есть определенные трудности, хотя они и преувеличиваются нашей агитацией и пропагандой. Но, тем не менее, машинка работает. Когда люди рассказывают министру экономики или председателю Банка России, или разного рода вице-премьерам о том, как хорошо развивать экономику, то они не слышат встречной реакции. Зачем? Коллеги, функционал другой. Вы приходите, условно говоря, в мусоросжигательный завод и разговариваете о том, что из мусора можно сделать столы.
Это интересная тема, но функционал мусоросжигательного завода другой. Функционал завода в том, чтобы вас сжечь. Вот этот функционал, он сохраняется. Неужели вы думаете, что кто-то в правительстве Российской Федерации не знает, как в Европе стимулируют малый, средний и, стыдно сказать, крупный бизнес? Неужели вы думаете, что кто-то в Банке России не знает, как работает Федеральная резерва Соединенных Штатов Америки, а также Евробанк, а также Китайский национальный банк, а также Национальный банк Японии, дальше по полному списку? Если кто-то из них чего-то не знает, они могут зайти в Яндекс, дорогие коллеги. Проблема в том, что у нашего государства другая задача. Эта задача несовместима с жизнью. Не только с жизнью здесь присутствующих, но и с жизнью самого этого государства. Проблема не ближайшего года, но ближайших 3 лет, если нам очень сильно повезет, ближайших 5 лет, заключается в том, как эта проблема будет решаться. Она может быть решена путем уничтожения страны и переформатирования ее заново, она может быть решена путем, так сказать, структурных реформ, она может быть решена просто путем уничтожения страны и освоения данного пространства другими соседними государствами, у которых более вменяемые государства. Но когда мы говорим про то, как заниматься стратегией выхода из кризиса, ну, коллеги, модернизация инфраструктуры, ограничение коррупции, это все учебники, это ограничение произвола монополии, это учебники, разумный протекционизм, это здесь кто-то плакал по поводу отсутствия проектов, ну, конечно, мы в ВТО вступали не для того, чтобы здесь были проекты, а для того, чтобы здесь не было проектов, чтобы глобальный бизнес мог нас осваивать, как хочет. Проекты не растут на деревьях. Это господин Греф лично поставил эксперимент в 2004 году. Он сказал, я хочу инвестировать деньги в проекты. Выяснилось, что на разработку инвестиционного проекта нужен год. Товарищ открыл это для себя лично, но открыл это для себя 10 лет назад, а мы до сих пор переживаем, что у нас нет проектов. И не будет, другой функционал. Если у нас 20 миллионов человек имеет доходы ниже прожиточного минимума, и это нормально, и это не концлагерь, а процветающее развитое государство, а о чем мы говорим? У нас просто другой функционал, и задача экономической политики заключается не в том, чтобы что-то развивать, а в том, чтобы менять функцию государства. Спасибо. Одна реплика маленькая. Проблема не в том, что у нас кто-то жалует, что нет проектов, а проблема в том, что вместо того, чтобы заниматься проектами, теми, кто хочет развития страны, занимаются публицистикой. Вот в чем проблема. Спасибо. Так, пожалуйста, Лебедев Александр Евгеньевич, доктор экономических наук. Приготовиться к Гартунгу. Добрый день. В рамках такого короткого формата я, пожалуй, поделюсь с вами опытом работы в реальном секторе. У меня сегодня две новости. Одна достаточно приятная. Мы собрали 200 тысяч тонн картофеля в нашем хозяйстве. А вторая не очень. Я опоздал, поскольку уехал с Чеховского завода энергетического машиностроения, акционером которого являюсь. Кто не знает, это завод 6-7 лет назад, монополист фактически в России по запорной арматуре высокого давления для атомных станций. Вот за эти 6-7 лет он практически утратил рынок. Если вы спросите кого-то из чиновников Росатома, они скажут, что там были аферисты, акционеры. Наверное, частично да. Но частично в стране выстроена с помощью политики Росатома система, при которой фактически российская компетенция в производстве запорной арматуры высокого давления для атомных станций, она полностью сохранена, но блокирована. Поэтому в основном все конкурсы через специальных так называемых дилеров выиграли иностранные компании. Я позавчера буквально открыл сайт Росатома. Даже на белорусской атомной станции в августе месяце выиграла чешская фирма через немецкого брокера. На мой вопрос, а почему, сказано было, что завод на конкурс не явился. Ну, это, мягко говоря, лукавство. Поэтому у меня большая просьба, если мы правда хотим импортозамещение, особенно, уж казалось бы, в атомной тематике, то надо просто запретить, поскольку компетенция в России осталась. Есть предприятия, сертифицированные с испытательными стендами, и только, кстати, они имеют право на таких крайне опасных объектах ставить запорную арматуру. Поэтому почему так произошло? Я не буду сейчас никого критиковать.
Вторая тема – картофель. Мы, в принципе, задачу все вместе в стране, те, кто производит картофель, выполнили. Вот мы производим 5% картофеля для всех крупных и средних хозяйств. Цены за последний месяц упали на картофель в опте втрое. Это уже практически ниже себестоимости. Ну, казалось бы, почему бы нам не экспортировать картофель? А запрещено, мы не можем экспортировать картофель в Европу. Европа запрещает ввозить российский картофель под разными предлогами. Ну, разве это справедливо, разве это не тема для переговоров с европейцами, тем более, что в этом году в Европе не урожай, мы бы с удовольствием отгружали туда там 1-2 тысячи тонн в день. Это большие объемы, да, но тем не менее это серьезная политическая проблема. Поэтому для того, чтобы нам на самом деле почувствовать, что мы в состоянии провести новую индустриализацию страны, нам даже не всегда нужны инвестиции. Ну, скажем, в Московской области надо внимательно посмотреть на имеющиеся предприятия. Скажем, на том же Чеховском заводе, помимо 50 мегаватт электричества, отличных квалифицированных рабочих профессий, конструкторского бюро, зданий и сооружений 150 тысяч метров, я не думаю, что есть необходимость правительству области строить 800 тысяч новых помещений, площадей в Ступино для технопарка. Давайте посмотрим, у нас спрос на технопарк есть. Вот к нам пока, к сожалению, никто, чтобы что-то производить, не стучится. Мы попробовали с Сергеем Недорослем по станкостроению, но получается, что те мощности, которые у них есть в Иваново и в других городах, они тоже недозагружены. Какой смысл делать это на подмосковном заводе? В результате, я думаю, что мы будем пока заниматься тем, что нам нужно. Нам нужны системы ирригации, они в основном американские в мире. Импорт, сами понимаете, какой сегодня с этим курсом. Поэтому просто будем делать то же самое, что делают американцы. Мы будем делать сборку систем полива, тем более, что большая часть российского сельского хозяйства в ближайшие 5-7 лет вся перейдет на полив. Полив сегодня, американское оборудование, жутко дорогое удовольствие. Поверьте мне, я думаю, что мы будем собирать системы не хуже американцев, только втрое дешевле. Тем более, что американцы и делают отверточную сборку. Двигатели покупают у итальянцев, редуктор покупают у немцев, а оцинкованная металлическая конструкция, которая вращается в поле, это вещь несложная. Напомню, что поставив полив, к сожалению, американский, мы увеличили примерно урожайность на 40% только в этом году. Но дальше из-за курса мы не можем, и поэтому хотим делать импортозамещение. Другое дело, что нам нужна иногда небольшая помощь тем, кто работает в реальном секторе. Спасибо. Спасибо. Ну, действительно, не только Европа запрещает импорт к себе картофеля, но и Россия ограничивает экспорт зерна из России. При этом говорится об увеличении производства зерна, о развитии экспорта. То есть парадоксов много. Так, Гартунг Валерий Карлович, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности. Спасибо. Ну, приятно услышать было много умных мыслей по этому поводу, как нам поднять российскую промышленность, российскую экономику. Вот. И особенно приятно, что я в конце все-таки услышал, что на самом-то деле у нас все для этого есть. Вот. Нужно только некоторые вещи. Ну, поэтому я не буду оригинальничать и повторять все те же предложения, которые многократно уже повторял, а что нужно сделать для того, чтобы поднять российскую промышленность. Я перейду на некоторые вещи, вот, остановлюсь на том, что умные люди до меня сказали. Вот. Ну вот Константин Анатольевич правильно сказал, что на самом деле ничего изобретать не надо, колесо, частный бизнес, да, он говорит о том, что вы субсидируете нам, дайте нам рынок, фактически вы говорите, так и помогите крестьянам купить нашу продукцию, и все. То же самое нужно сделать в других отраслях. В строительно-дорожной технике, в производстве прицепов автомобилей и так далее. Это самое правильное вложение. Почему это не делается? Потому что здесь украсть нечего, понимаете? Потому что деньги целевые, производитель продает, все. А где чиновник? А где рента? Понимаете, чиновничья рента, где она? Вот поэтому это и не работает. Гораздо правильнее с точки зрения чиновника потратить пару-тройку триллионов рублей на мегапроекты. Ну да, построим мост в никуда, например. Ну и не важно, денег-то заработали. Или построим объекты на Олимпиаду, да, которые раз потом и пустые стоят, и некуда их девать. А еще денег надо потратить на то, чтобы их потом обслуживать. И таких проектов будет, вы говорите, проектов нет. Да вы что, спросите наших чиновников, они вам еще на пару десятков проектов. Ну ладно, вы...
Юрий Васильевич, не воспринимайте на свой счет. Вот, как бы, чувство юмора же все равно должно присутствовать. Ну, давайте так, не напрягайтесь. Вот, теперь по поводу важных вещей. Вот Сергей Юрьевич абсолютно правильно, ну, как бы провел анализ рынка, что должен делать ЦБ и так далее. Абсолютно с вами согласен. Вот. Единственное, что меня напрягло, то, что я слушал, записывал, что нужно перекрыть границу для капитала, но потом вы развеяли мои сомнения, что вы, оказывается, доллар не запрещаете. И, в общем-то, меня это успокоило. И поэтому я согласен с теми, что вы предлагаете. Правда, проблема в том, что действительно, и вы потом в конце сказали, что это не единственная проблема в экономике, да, и это правда, и наверное, не самое главное. И вообще, что сделать с экономикой, надо искать не в экономике. И вот Катасонов Валентин Юрьевич, вот прямо бальзам на душу, сказал правильные вещи, что, а вообще вокруг давайте посмотрим. Ну, не будем далеко ходить, не будем обращаться к молитвам, как тут было предложено, да, это дело сугубо личное. Вот. А давайте чуть поднимемся на более высокий уровень, на политический уровень. На самом деле правильно было сказано, что вот Михаил Геннадьевич высказался, а не стоит перед правительством задача подъема экономики. Ну нет у них такой задачи, у них другая задача вообще. Люди, ребята-то там по-другому специальности работают. Вот в чем дело-то, осваивают деньги. Поэтому, может быть, мы тогда и, наверное, если диагноз правильно поставили, наверное, теперь начнем лечить болезнь до этого. А как лечить болезнь? Если правительство ставит другие задачи вместо тех, которые стоят перед страной, перед гражданами. В богатейшей стране мира более 20 миллионов бедных. Да? Но, может быть, пора уже как-то нам найти рецепт, а что делать в этой ситуации? Ну, приведу пример, опять же, из экономики. Да? Если плохой производитель производит плохую продукцию за высокую цену, на высококонкурентном рынке, что с ним происходит? Он уходит с рынка, правильно? Либо его кто-то дотирует, оплачивает это, либо он уходит. В политике то же самое. Правительство – это тот же самый участник политического рынка. Да? Предоставляет плохие услуги населению за очень высокую цену. Потому что налоги очень высокие и для населения, и уже промышленность не может их оплачивать. Ну тогда оно должно что делать? Либо мы должны дальше его на шее носить, либо оно должно уйти с рынка политического. Что нужно сделать? Нужна политическая конкуренция. Все другого ничего не придумано, правильно? Вот и все. Поэтому, а уже составляющие политической конкуренции, дальше все остальное на место поставят. Это и справедливый суд, это и уничтожение коррупционной ренты, это доступ к госзакупкам, Александр Евгеньевич, и закупки, в том числе и загрузка вашего предприятия, и многих других еще сотен тысяч, да, которые в такой же точной ситуации находятся, когда они через какие-то иностранные прокладки пытаются протолкнуть свою продукцию государственным структурам. Причем очень часто эти структуры в той юрисдикции стран, которые применяют санкции к нам. Но нормально, да, наше российское правительство, каким образом, то есть резервы там, заказы там, ну, в общем, все там, и мы еще с ними там бодаемся, они нам еще санкции предъявляют. А те, кто готов эту проблему решить, не у дел остается. Поэтому, мне кажется, вот у нас выборы в Госдуму в следующем году. У нас предоставится шанс, скажем так, проблему-то решить. Спасибо. Ну, это слишком оптимистичное заявление, последнее, мне кажется. Не всегда этот механизм работает. Так, Семин Константин Викторович, телеведущий канала «Россия-24». Здрасте, спасибо большое за возможность выступить. Я не отношусь к числу экономических экспертов, поэтому вот говорить как журналист от лица агитации и пропаганды упомянуты здесь, так называется моя программа. Потоком сознания утруждать вас не буду, я слегка вот законспектировал то, что хотел бы сказать. На мой взгляд, тяжелая ситуация в российской экономике обусловлена тремя причинами. Во-первых, это продолжающийся глобальный экономический кризис, о котором сегодня не говорят совсем в этой аудитории, как будто бы его нет. Он есть. Кризис не закончился ни в 2009, ни в 2010 году, и ситуация за пределами наших границ выглядит совсем, совсем нерадужно. Вот господин Категава сегодня говорил о том, что большое беспокойство у экспертов вызывает состояние рынка деривативов в Соединенных Штатах, сланцевых деривативов. Все это существует, и если даже посмотреть на основную номенклатуру нашего экспорта, то трудно найти хотя бы какую-то статью, цен на которую бы не падали. Падает медь, падает черная металлургия, падает практически все. Эта среда, это, возможно, один из самых серьезных кризисов в истории капитализма, сопоставимый с кризисом 2014 года или 2029 года.
Мы видим это, ощущаем как журналисты, поскольку путешествуем по разным странам. Понимаем, что происходит в Греции, подвергшейся тотальной деиндустриализации, предположим, во всей Южной Европе. Если мы посмотрим, что происходит в Бразилии сейчас, ситуация не намного лучше. Это глобальный кризис капиталистической системы. Предыдущие два аналогичных кризиса завершились, как известно, мировыми войнами, унесшими жизни миллионов человек и позволившими в то же время глобальной экономике обнулить долги и обновить производственные фонды. Есть большая вероятность, что мы движемся по тому же сценарию и теперь. Это первая причина, о которой, мне кажется, забывать не стоит, как бы не злобствовала официальная агитация и пропаганда. Вторая причина связана с тем, что на ситуацию в нашей экономике в значительно большей степени, чем волатильность снаружи, влияет колониальный характер экономики внутри. Наша абсолютная зависимость от внешних факторов, таких как ставка Федрезерва, цена на нефть, мнение мировых рейтинговых агентств, судов иностранной юрисдикции, правил ВТО, чего угодно, кроме наших внутренних обстоятельств. Короче, это тот самый неолиберализм, о котором мы сегодня практически все время говорим. Судя по тому, какие тезисы были сформулированы в последней статье председателя правительства, я так понимаю, ее следует считать неофициальным ответом на выступление Сергея Юрьевича, никаких перемен в этом направлении ожидать не следует. Стратегия правительства – ждать восстановления благоприятной конъюнктуры, возвращения иностранных инвесторов, ждать новой перезагрузки, если проще говорить. Особенно, конечно, забавляют рассуждения о том, что использование эмиссионной поддержки производства, ну, рассуждение в этой статье не спекулятивного сектора поддержки эмиссионной, а именно производства, является рискованным экспериментом, эффективность которого не доказана. Я был журналистом в 99 году, так же, как сейчас, и объехал добрую половину предприятий Свердловской области, стоявших к середине 98 года. Я видел, как меры Примакова работали в остывших и размороженных заводских цехах. Я готов на Библии присягнуть, поклясться. Тут вот метафизические факторы тоже какое-то значение имеют, как я понял из дискуссии, что эти меры программа Примакова работала. Почему ее так боится сегодняшнее правительство, для меня непонятно. Промышленное производство сейчас падает катастрофическими темпами, об этом тоже говорил сегодня много. Особенно тревожна ситуация в машиностроении. Посмотрел недавно цифры по производству грузовых автомобилей. Они страшные. Если сжимается рынок грузоперевозок и железнодорожных перевозок, значит, надо бить в набат, экономика, значит, в тяжелейшем кризисе. Этого, по-моему, никто до конца не осознает. Предлагаются живодерские меры сокращения социальных обязательств, оптимизации издержек, перекраивания Тришкиного кафтана, которые, разумеется, не позволят решить ни одну из проблем в производственном секторе, но гарантированно приведет к росту народного недовольства. Третья причина, о которой сегодня тоже практически не говорится, это санкции. Они влияют на нас, и не надо делать вид, что этого не происходит. Когда там три мобильных оператора пытаются развернуть бизнес в Крыму, им говорят, что за это им предстоит делистинг на Нью-Йоркской бирже, и сразу все инвестиционные планы, программы и проекты сворачиваются моментально. Это говорит о том, что санкции работают, и никакого эффективного механизма противодействия не представлено. Позвольте, вот буквально полабзаца. Да. Мне кажется, чем сильнее кризис, чем глубже падение, тем явственнее будут становиться и противоречия между интересами большинства населения и интересами избранных экономических групп, контролирующих правительственную политику. Это противоречие усугубляется еще и вопиющим несоответствием между избранным президентом курсом на отстаивание политического суверенитета и отсутствием у государства достаточного экономического суверенитета, чтобы такой курс проводить. Втягивание России в войну, что является прямой задачей Запада сейчас, послужит катализатором для всех вышеописанных процессов. В конечном счете, выбор все равно будет сформулирован предельно жестко. Либо мобилизация, либо демобилизация. Либо переход к другому экономическому укладу, либо капитуляция, поднятые руки и белый флаг. Спасибо. Спасибо за ваше выступление. Ну, действительно, тут есть разница. То, о чем говорят в телевизоре, о том говорят, что проблемы в нашей экономике из-за санкций, из-за дешевой нефти, из-за мирового кризиса. Вот вы сказали, что недостаток, что эти проблемы сегодня звучали. С моей точки зрения, это преимущество нашего сегодняшнего мероприятия, потому что, с моей точки зрения, вот человек, который работает, связан с производством, вот эти вещи, они, ну, практически никак не влияют на нас. Вот. Проблема на 98% состоит в плохом управлении. А санкции или там мировой кризис, он только дает возможности для нашего развития. Это не проблема, это наоборот возможности. Так, дальше выступает Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета директоров
Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, сопредседатель комитета по денежно-кредитной политике деловой России. Спасибо. Я о главной проблеме в денежно-кредитной политике. Постараюсь вас не сильно утомлять цифрами, но без цифр здесь не обойтись. Дальше, пожалуйста. Сегодня структура, проблема, самая главная проблема в денежно-кредитной политике заключается в том, что структура денежной базы, нашей национальной денежной базы, абсолютно архаичная. Почти 50% денежной базы изъято в резервы государства. Она средневековая, когда царская казна стремилась как можно больше денег собрать, изъять из экономики и собрать в казне. При этом у нас огромное количество наличных. И лишь 11% всего лишь из всей национальной денежной базы сегодня находится в кредитных организациях и участвует в депозитно-кредитной мультипликации. Отсюда все проблемы нашей денежно-кредитной политики. Дальше, пожалуйста. Посмотрите, почему 1 января 2004 года я здесь даю? Потому что это начало большой стерилизации. Вот на 1 января 2004 года у нас более-менее была нормальная структура денежной базы. Всего 20% было изъято из экономики. Потом мы пошли резко вверх с этой стерилизацией. К 2008 году больше 50% изъяли из экономики и рухнули в кризис. Потом одумались, уменьшили уровень иммобилизации, но потом опять к 2015 году довели до 50%. Сейчас вот чуть-чуть там уменьшили, но на самом деле все остается... Дальше, пожалуйста. Обналичка. Одна из больших, огромных проблем – это обналичка денежной базы. Сегодня из денежной базы в широком определении, то есть та, которая реально в экономике работает, 80% – это наличные деньги. Наличные деньги любому экономисту известны, просто в детских учебниках написано, в депозитно-кредитной мультипликации не участвуют. Это является основной причиной низкой монетизации экономики. Мы не можем поднять монетизацию экономики при такой структуре денежной базы в широком определении. Дальше, пожалуйста. Ликвидность банковской системы. Доля средств кредитных организаций во всей национальной денежной базе. Вы видите тоже с 2004 года, мы все время шли вниз. В 2014 году чуть-чуть подняли, сейчас опять рухнули. Во всем мире есть известное правило. Этот уровень просто не может быть ниже 20%, иначе это просто кризис ликвидности банковской системы. Это классика. Дальше, пожалуйста. Платежеспособность банковской системы. Это отношение средств кредитных организаций ко всей сумме безналичной денежной массы. Вы видите, как уменьшается способность банковской системы к обслуживанию оборота безналичных денежных средств. С 34% на 1 января 2004 года до 8% на сегодняшний день. Скорость обращения денег за 10 лет увеличилась в 4 раза. Никогда, никакими средствами инфляцию не победить при таком уровне роста скорости обращения денег. Чем быстрее обращаются деньги, тем они становятся дороже, и тем инфляция будет просто за счет этого поддерживаться очень высокой. Дальше, пожалуйста. Ну и последний уровень мультипликации денежной базы. В связи с тем, что я сказал раньше, мы все время имеем уровень мультипликации ниже двухкратной. Во всем мире она примерно 5-8-кратная, нормальная. Если просто сейчас мобилизовать те денежные средства, которые расширенное правительство изъяло из экономики, то мы в два раза, минимум в два раза поднимем уровень монетизации экономики, денежной массы, что, естественно, приведет к расширению денежного предложения, инвестиций и так далее. По поводу инфляции и уровня монетизации экономики и банковской системы. Банк не является субъектом рынка потребления, потребительского рынка. От того, какое количество денег находится в банковской системе, инфляция не зависит. Это сегодня классика мировой денежной политики. Спасибо.
Спасибо. Так, пожалуйста, Нигматуллин Булат Искандерович, генеральный директор Института проблем энергетики. Я постараюсь за 5 минут. Я расскажу, хочу показать такой сценарий, когда у нас все как осталось, вот ничего не меняется. Как это было вот начинается с 2000-х годов. А так наша экономика примитивна, наш экономический рост, он связан с ростом нефти. Вот это вот инвестиции в основной капитал, а это цена на нефть. В 2009 году мы уронились и можем сразу схватить коэффициент эластичности. Падение цены на нефть связано с коэффициентом инвестиций в основной капитал. А дальше $50 за баррель. Почему $50 за баррель? Потому что это уровень, который удерживает Саудовская Аравия, это и комфортно. 4-5 лет. Дальше запасов не будет. Но 4-5 лет он выдержит, чтобы убить сланцевую нефть Соединенных Штатов. В результате мы уронимся на 20% в инвестиционный основной капитал. Следующий слайд. То же самое ВВП. Те же самые оценки, 11%. Что это значит? Это значит, что отношение инвестиционный основной капитал к ВВП упадет с 19-20, которые были вот в 11-12 годах, до 17. При этом инвестиции в основной капитал при падении на 20%, мы вернемся к 1976 году, 1976 год. 1976 год. И это вопрос о проектах. Там, все эти проекты, не надо сверхвысокие технологии, просто выживание. Здесь Сергей Юрьевич абсолютно прав. И, наконец, что это значит еще для моей родной электроэнергетики? Следующий слайд. Это значит, что мы упадем в потребление электроэнергии примерно на 4-5%. Это минус еще 7 гигаватт мощностей к тем 17 гигаваттам, которые были построены за последние 8 лет и не нужны. То есть это 20, вот Роберт Сканович сказал, это примерно еще 22-23 гигаватта, это больше 10% новых мощностей, которые не нужны. Это та нагрузка, которая на основную экономику, потому что инвестиции в электроэнергетику – это не вся экономика. Поэтому мой прогноз такой, что 3-4 года мы протерпим. Вот как живем, так и будем жить, как сказал у нас премьер-министр. Будем ждать, когда все восстановится. Сильно не разрушится, но сильно упадем. Поэтому давайте сидеть и ждать, когда будет ситуация меняться более серьезно. А серьезно будет меняться, если еще больше упадет цена на нефть. А если она будет восстанавливаться после 4-5 лет, ну вот дальше как жили. И 20 миллионов бедных, и еще больше. Но одна вещь. Раз у нас ВВП упало, значит нет бюджета, значит у нас будет дефициты, уменьшение финансирования социальной сферы, включая здравоохранение. Гарантированно увеличение смертности и снижение ожидаемого плана жизни. То есть мы достигли ожидаемого плана жизни, который вот президент гордился 71 год в прошлом году, упадем за эти 4 года до 68-69 лет. То есть то, что было в 6-7 году. То есть это слабо развивающая страна. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, Губанов Сергей Семенович, главный редактор журнала «Экономист». Уважаемые коллеги, я, наверное, отреагирую на ряд тезисов, которые прозвучал, и попытаюсь сформулировать некоторые предложения. Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что сейчас существует недооценка остроты социально-экономической ситуации. А тенденция действительно такая, что мы вошли в спираль, аналогичную той, которая привела к развалу Советского Союза. И с точки зрения экономической, здесь грозящая последствия абсолютно очевидна. Автономная рецессия, бюджетный кризис, внутриполитический кризис, дефедерализация. России.
И все неотложные меры, о которых идет речь, они направлены, должны быть направлены на то, чтобы эту тенденцию пресечь. И вот главный вопрос в том, есть ли сегодня социальные силы в стране, социальная платформа, на которой можно консолидироваться, чтобы эту тенденцию пресечь. Конечно, представитель Госдумы может говорить о смене правительства, но если мы устроим чехарду с заменой правительства без платформы, без ясного понимания, что делать, мы получим итальянский вариант. А у нас нет на это времени. Вот к этому сводится, пожалуй, моя основная озабоченность. Здесь правильно по поводу доклада Сергея Юрьевича говорилось о недостатке системного целеполагания. Он ответил, в принципе, корректно, что задача Центрального банка сводится к тому, чтобы поддерживать инвестиционную активность. Но инвестиционная активность тоже не самоцель. И доклад Сергея Юрьевича, он скорее собирает тактические меры, а не стратегические. А у меня очень простой вопрос с точки зрения стратегической. А что, нет системных ограничений для реализации вот этих неотложных мер в денежно-кредитной политике? Логика Сергея Юрьевича проста. Если мы возьмем 100 миллиардов оттока ежегодного и оставим внутри для поддержки спроса, то мы ситуацию переломим. И эта логика, вообще говоря, правильная. Но у нас же действуют жесткие системные ограничения, которые препятствуют взять эти 100 миллиардов оттока капитала и превратить во внутренний спрос. Вот же в чем дело. А это значит, что вначале надо системные ограничения снять, а потом мы уже можем включать неотложные меры. Еще один важный момент, он здесь прозвучал. Очень часто ссылаются на зарубежный опыт, но у нас есть и свой опыт, причем не только советского периода. И я вообще поражаюсь, почему мы должны бояться сегодня осмысления использования лучшего из советского периода. Но у нас есть и опыт правительства Примакова. И посмотрите, как только политика правительства была приведена в соответствии с общегосударственными интересами, у нас в течение 3 кварталов было обеспечено восстановление промышленности после дефолта августовского. И я согласен с теми, кто говорит, что на самом деле реальный потенциал подъема экономики России колоссальный. А мешают этому только системные ограничения. Я хотел бы сразу перейти к предложениям, поскольку регламент жесткий. Что мы имеем сегодня? Сегодня все стратегические документы правительства перечеркнуты реалиями. Прежде всего, стратегия 2020. И она с самого начала была обречена на то, чтобы быть перечеркнутой, потому что не содержала четкого ответа на вопрос о системном целеполагании. Ради чего? Вот мы предлагаем сегодня конкретную цель нашего развития видеть в новой индустриализации, высокотехнологичной индустриализации. Это все равно нужно делать. Вот сегодня речь шла об импортозамещении. Импортозамещение – это стратегическая задача, не тактическая. И вот поскольку сейчас стратегии развития у правительства нет, мое предложение сводится к тому, чтобы инициировать президентское поручение о разработке стратегии новой индустриализации России и подключить здесь в максимальной степени участников Международного Московского экономического форума. Эта задача позволит наметить, по крайней мере, стратегические приоритеты, их расстановку. Я абсолютно согласен, что
опорой систем, экономической системы должен быть промышленный капитал, а не финансовый. Финансиализация сегодня главный бич и мировой экономики, но прежде всего нашей. И вот эта стратегия, она должна четко отвечать на алгоритм перехода от сегодня офшорной экономической системы к суверенной экономической системе. И тогда мы сумеем получить политику, которая полностью отвечает общегосударственным интересам. Спасибо. Я прошу прощения, Сергей Семенович, 10 секунд. Я не призываю к отставке правительства, я призываю к выборам, как конституционному способу выбора гражданами правильной экономической платформы. Понятно, о чем речь? Нет. Если непонятно, что такое выборы, да, ну понятно, если не верить, что они у нас есть, то, конечно, тогда будет непонятно. Я все-таки верю, что у нас выборы все-таки есть. Да, не все верят, да. Так, Жуковский Владислав Сергеевич, независимый экономист. Здравствуйте, коллеги, спасибо за предоставленное слово. Ну, буду краток. Вот мне понравилось то, что сказал Булат Искандерович Нигматуллин по поводу прогноза нападения экономики. Ведь действительно беда в том, что многие не понимают, что вот там и журналисты, и аналитики, и финансисты, кто работает на финансовом рынке, многие думают, что вот 15-й год дно, потом мы отскочим, потом, знаете, вот стратегия день простоять, но ночь продержаться, и мы куда-то потом там при нефти в 60, в 70 долларов будем расти. Беда ровно в том, что, видимо, падать мы будем долго, и ближайшие 3 года это строго вниз, в лучшем случае это болото загнивания и такая перманентная деградация и стагнация, причем, знаете, как в болоте, вроде бы и пахнет плохо, вроде бы и так тепленько, и не холодно, и вроде бы еще не горячо, но при этом жить можно. Вот. Но далеко не факт, что сценарий будет очень такой спокойный. Мы можем на самом деле ускорить падение уже и в 2016 году, и в 2017 году. И вот прогноз по падению там, ВВП на 11% на самом деле далеко не самый пессимистичный. Есть спокойные выкладки эконометрические, что наша экономика может падать за 3 года в среднем на 20-25% элементарно. Причем то, что нам сегодня показывает Росстат, якобы падение экономики на 4,6%, но это настолько лукавые цифры, если вы откроете просто отчеты там, Росстата и посмотрите, как он оценивает дефлятор. У них дефлятор ВВП, то есть темпы роста цен в экономике, по второму кварталу 6%. То есть инфляция потребительская 15%, продовольственная 22%, значит, индекс цен производителя растет более чем на 13%, зато дефлятор 6%. То есть мы же понимаем, что цены реально растут и отпускные, и закупочные, и потребительские на 15-20%. Поэтому 4% спада можно смело плюсовать сюда еще десяточку, и наша экономика падает уже сейчас примерно на 15%, это минимум. Поэтому за 3 года в реальном выражении физическом потерять до трети экономики, это вот элементарно в лед. По инвестициям можем сжаться еще сильнее. По оборотному капиталу ситуация тоже будет сложная. Поэтому вот эти цифры, что инвестиции падают на 6%, экономика на 4,5%, а вырабатывающее производство там на 8%, смело можно на 2-3 умножать, и примерные масштабы пропасти, куда мы каемся, они становятся видны. Причем обратите внимание, ведь во всем мире кризис перепроизводства, это кризис дефляционного шока. Скажем, Америка, Европа, Китай, Япония, даже Китай тот же самый, там Великобритания, все с чем борются, что у них избыток накопления капитала, падает предельная отдача на вложенный капитал, у них перепроизводство товаров, услуг, инвестиций всего остального. И поэтому они включают, грубо говоря, печатные станки, девальвируют валюту и вводят там, значит, фискальные меры, стимулируют денежно-кредитные. А у нас-то кризис строго противоположен. У нас кризис не до производства, не до инвестиций и даже в том числе не до потребления 60% населения, которые являются реально нищими и бедными сегодня в стране. Поэтому у нас абсолютно разные кризисы, и российские чиновники даже не понимают, что мы идем вниз, и ситуация будет ухудшаться. Ну, вот очень коротко постараюсь объяснить. А вот с моей точки зрения, сегодня 6 кризисов как минимум. Из них 3 кризиса российские, 3 кризиса глобальные. Ну, такой самый простой, понятный кризис, это конъюнктурный кризис. То есть мы уперлись в потолок потенциального роста экономики там, в 2012 году. То есть мы завершили выход из циклического такого системного хорошего спада 2009 года, и больше, то есть мы дозагрузили мощности, вышли на прежний объем загрузки мощностей и производства. И, собственно говоря, чтобы расти дальше, нужно резко наращивать норму инвестиций в основной капитал. Но здесь, само собой, как бы это конъюнктурный кризис, из него нужно выходить дешевым кредитом, низкими процентными ставками, налоговыми стимулами и прочим. Даже с этим чиновники справиться не могут, делают строго все наоборот. Ставки повышают, налоги повышают, торговые сборы вводят, соответственно, там кадастровую оценку ввели, процентные ставки сегодня даже официально 16%, это на
межбанки для крупнейших, собственно говоря, заемщиков, на межбанковском рынке для банков около 12% годовых, и, собственно говоря, даже с циклическим кризисом справиться не можем. Кризис второй, который такой системный российский, это кризис, точнее, структурный кризис нашей экономики, это дефолт экономики трубы и вот этот самый там смерть нефтегазовой Титаника, который устойчиво, перманентно тонет с 2012 года, и в 2012 году ведь было понятно, что мы погружаемся на дно. В 2011 году цены на нефть выросли на 40%, с 77 до 109 долларов за баррель, а наша экономика стала затухать с 4,5 до 4,3%, и с тех пор мы падаем там на 3,5, 1,6 и ниже. То есть уже было понятно, что все, эта модель рухнула, она обанкротилась. Кудернизм довел страну до практически до скрытого дефолта. И то, что у нас за последние 7 лет упал курс рубля к доллару в 3 раза, с 22 до 70 рублей за доллар, а по моим прогнозам пойдет до 85-110, вот это говорит о том, что скрытый дефолт набирает уже обороты и на федеральном уровне, и на региональном, и в отраслевом промышленном срезе. Третий кризис, как бы это кризис системный, это кризис как раз таки, в котором стоит вопрос о власти и о собственности, как говорили классики еще 100 лет назад, он не решается, потому что у нас по-прежнему еще низкопередельный, сырьевой, офшоризованный такой вот криминально-олигархический капитализм. И пока вот эта система, структура собственности сохраняется, выхода из кризиса реального не будет, ничего мы изменить не сможем. В том числе здесь же и будет еще и политический кризис, потому что бенефициары этой экономики трубы, они не хотят сдавать свои позиции, и чтобы появлялись новые точки роста в экономике. Ну и три глобальных кризиса, которые мы вообще повлиять не можем, это первое, это глобальный демографический переход, то есть темпы роста мирового народонаселения падают устойчиво последние 30 лет. Сегодня мировое население растет примерно темпами в 1,1%. Темпы роста мировой экономики это примерно квадрат от темпов роста мирового населения, поэтому то, что мы сегодня имеем вот эти 3,3% роста экономики, они раздуты, они будут сокращаться. Второй кризис, а в целом затухание мировой экономики и вот реинкарнация кризиса 2008 года. Ну и, собственно говоря, третий кризис, который для нас самый опасный, потому что мы экономика низкопередельная, экономика деиндустриализированная, это закат эпохи вот этого нефтедоллара. Заканчивается 40-летний цикл снижения процентных ставок в Америке. Только-только сейчас инвесторы на Уолл-стрит делают ставку на разворот процентных ставок. Уже взлетела доходность американских казначейских бумаг в 6,5 раз по месячным трехмесячным бумагам. И эпоха дорогого, дешевого доллара и дорогого сырья закончилась. Вся система, вся модель экспортного развития развивающихся экономик, она заканчивается. Те, кто был на ренте природно-сырьевой, а не на интеллектуальной, они обречены на катастрофу. Поэтому эти 6 кризисов, а мы не можем даже самым простым справиться, конъюнктурным, они на самом деле обрекают нас на огромнейшую катастрофу, и обычно нас может просто смыть и экономику, и финансовую систему, и валютный рынок, ну и далее по списку. Спасибо большое. Еще вот просит слово Ильдаров Шамхал Аданович, президент Ассоциации текстильщиков России. Приготовиться Вассерману. Константин Анатольевич, очень признателен за то, что представили мне слово. И я бы хотел, чтобы не повторяться в продолжение, как говорится, предыдущих докладов, обратить внимание на тему, скажем так, такого варианта вывоза капитала, как контрабандный ввоз изделий. Ассоциация текстильщиков России месяц назад обращалась с просьбой жесткой борьбы с контрабандистами. Я считаю, что страны, которые вводят санкции в отношении нашей страны, в отношении России, осуществляя контрабандный ввоз, осуществляют, скажем так, это с помощью этого осуществляют определенный вывоз капитала из страны. Полностью согласен со сравнением Юрия Юрьевича Болдырева, скажем, на сленге сельского хозяйства, если сравнивать экономику с пахотными землями, может ли на этих землях произрастать культурное растение, если часть этой территории занята сорняками? Я говорю о тех ввозах, это почти что половина, скажем так, товаров народного потребления, которые осуществляются странами, в том числе Евросоюза, и с этих ввозов не платятся пошлины нашему государству. А так я полностью согласен с предыдущими выступающими и не хотел бы повторяться по остальным вопросам. Спасибо огромное, Константин. Спасибо. Вассерман Анатолий Александрович, журналист, политический консультант. Бытность свою политическим консультантом я однажды в 2004 встречался с Сергеем Юрьевичем, ну просто пересеклись орбиты, как говорится. Был я тогда и вообще где-то до середины 2005-го правоверным либералом, таким же искренне верующим и искренне убежденным, ну, скажем так, как супруги Набиуллина сейчас.
И поэтому хорошо помню, каким негодующим взглядом я тогда смотрел на Сергея Юрьевича. И вспомнил я об этом потому, что бытно свое либералом опубликовал среди прочего хвалебную статью о спекуляции, где показывал, что в принципе на нормальном здоровом рынке спекулянты берут на себя часть рисков по сделкам и таким образом исполняют роль страхования в тех отраслях, где обычные страховые компании работать не рискуют. И там же, в этой же статье, было сказано, что эту полезную роль спекуляция исполняет только пока и постольку, пока и поскольку обстановка на рынке в принципе непредсказуема. И поэтому всякий, кто по своей воле нагибает рынок в одну сторону и тем самым создает благоприятную среду для спекулянтов, превращая это занятие из риска в стабильный заработок, преступник. Естественно, я с тех пор существенно изменил взгляды, но свое отношение к специалистам по перекашиванию рынка, чья деятельность так красочно описана в докладе Сергея Юрьевича, не изменил и менять не намерен. Но с тех пор я разобрался в догмах либеральной религии, понял, почему она в принципе обречена давать рекомендации, несовместимые с жизнью, а также убедился, что 10 заповедей этой религии, Вашингтонский консенсус, направлены не просто на разрушение всего здорового, что есть в хозяйстве страны, а на превращение ее в придаток к тем, кто дает ей кредиты. И в частности то, что сейчас наша кредитно-денежная политика ориентирована исключительно на небольшую часть экспортной составляющей нашей экономики, но абсолютно не рассматривает в качестве, скажем, опоры для денежной базы наше внутреннее хозяйство, это естественное следствие этого самого Вашингтонского консенсуса, и всякий, кто в него верует, тем самым автоматически работает против своей страны и в пользу тех, кто этот консенсус ему навязал. Но поэтому я не хочу обвинять наш экономический блок правительства в сознательных преступлениях. Я их обвиняю в том, за что и без того очевидно, что их нужно менять, а именно в систематическом неисполнении прямых служебных обязанностей, предписанных должностными инструкциями, что также очень четко показано в докладе. И хотел бы еще остановиться на замечании Юрия Юрьевича о том, что инфраструктурные отрасли не должны ставить себе целью получения прибыли. Это, конечно, логично. Но в современном хозяйстве, где все взаимосвязано, где технологические цепочки проходят порою через десятки предприятий, прежде чем замкнуться на конечном потребителе, едва ли не вся экономика может рассматриваться как инфраструктура. И это возвращает нас к концепции, о которой говорил Валентин Юрьевич, а именно к так называемой сталинской модели экономики. Я не хочу сейчас вступать в длинные дискуссии о том, какое отношение к этой модели имел сам Иосиф Виссарионович Джугашвили. Главное, что эта модель исходит из принципиально иной концепции. Она рассматривает
все хозяйство страны как единое предприятие, оцениваемое по единому конечному результату, а не по множеству промежуточных показателей. Эти промежуточные показатели, конечно, важны для правильной организации производства, но конечная оценка по конечному результату. К сожалению, эта модель вышла из употребления просто потому, что с ростом сложности хозяйства управление таким хозяйством, как единым целым, стало чисто технически невозможным. По моим оценкам, техническая возможность управления производством всей страны и даже всего мира как единым целым возродится примерно лет через 10 просто благодаря постепенному, естественному развитию информационных технологий. Мой анализ этих проблем, а также перечень задач, которые надо решить, чтобы вовремя воспользоваться этой возможностью, опубликованы в разное время. В мае 2014 вышел сборник соответствующий под названием «Чем социализм лучше капитализма?». Сейчас готовится новое его издание. Для справки, общий срок всех необходимых исследований 5-6 лет, общие затраты на них по нынешним ценам порядка 10-15 миллионов долларов. Я в этих работах участвовать не буду, так что не за себя прошу, но если кто-то считает возможным взять на себя часть риска организации этих работ, мои координаты у организаторов форума есть, но, конечно, то, что через 10 лет мы снимем все стоящие перед нами задачи, это еще не все, надо еще дожить эти 10 лет, и поэтому спасибо за то, что дали возможность обсудить доклад Сергея Юрьевича, который указывает хотя бы как прожить первую половину этого срока. Спасибо, Анатолий Александрович. Ну, у меня тут есть еще записавшиеся выступать, но, коллеги, я предлагаю завершить нашу работу и продолжить. Ну, на следующих мероприятиях постараемся дать слово и другим спикерам. Ну, я доволен сегодняшним мероприятием, потому что я думаю, что все выступления были пронизаны мыслью о том, что у России большой потенциал, что Россия заслуживает большего, что все проблемы, которые перед нами стоят, они решаемы, проблемы управления в первую очередь. И сегодня, когда в обществе существует такой запрос на новую стратегию, я думаю, что и наше мероприятие сыграло какую-то небольшую роль в выработке, там, презентации этой стратегии. Ну и когда-то это будет новый путь будет реализован. Спасибо большое.